экраны. В семье Ши было 1000 человек. Каждый день рано утром члены семьи Ши тренировались на тренировочной площадке. В этот день, как только первые солнечные лучи появились в небе, многие воины уже приступили к тренировке. Ши Цзянь вышел из каменной комнаты и позвал Ян Хая в нижний павильон. Они пошли вместе к воротам. Во время прогулки к воротам воины кланялись им. Ши Цзянь равнодушно кивал, не замедляя шаг. Как только они подошли к воротам, за ними появился Хан Финь. Согласно сообщению Хан Жуна, они должны были прибыть еще вчера вечером. Так как они не заявились, то должны прийти сегодня. Ши Цзянь хмыкнул и пробормотал: «Я прождал до рассвета, чтобы увидеть, действительно ли этот мальчишка добрался до третьего неба сферы зарождения. Но этот ублюдок так и не пришел. Может, что-то на дороге задержало их». Ян Хай старался найти объяснение задержки Ши Яна, проклиная его в уме. Проклятие. Возможно, Хан Жун ошибся в сообщении. Ши Цзянь в замешательстве посмотрел на Хан Финя. «Я уже встречал тех, у кого боевой дух проснулся в подростковом возрасте. Я не отрицаю такую возможность. Однако этот ребенок раньше никогда не изучал боевых искусств прежде и внезапно стал воином третьего неба сферы зарождения, что просто невозможно. Я обдумывал все несколько ночей, но так и не смог понять, что могло случиться. А ты как думаешь?» Хан Финь сузил глаза. «Хан Жун большую часть времени не серьезен, но в таких вещах, я думаю, он бы не посмел лгать. Я не могу сказать, как такое случилось, но то, что он сообщил, может быть правдой. Ну, будем надеяться на это. Этот ублюдок подводил меня 17 лет, надеюсь, сейчас все будет по-другому». Многие воины после завтрака вышли к воротам из любопытства, так как услышали, что глава семьи ждет кого-то. Они начали бурно обсуждать. Никто не знал, кто придет. Скорее всего, это должны быть люди из семьи Бейминг или Цзо, иначе глава бы не вышел. Но уже довольно долгое время никто не появлялся. Воины начали ругать между собой этого высокомерного человека, заставляющего Ши Цзяна так долго ждать. Солнце становилось все выше и выше, но так никто не появлялся. Ши Цзянь также, как и Ян Хай, может, что-то случилось. Ян Хай покачал головой с горькой улыбкой. Хоть Ши Цзянь и упоминал Ши Яна время от времени, но в действительности не беспокоился о нем. Он вспомнил о Ши Яне лишь после того, как Ян Хай сообщил о его пропаже в темном лесу. Как только Ши Цзянь узнал, что Ши Ян достиг третьего неба сферы зарождения, то стал спрашивать о нем и даже вышел встретить его. Резкое изменение отношения Ши Цзяня заставило Ян Хая чувствовать неудобство. Ближе к полудню, толстый земляной дракон появился в проходе ворот. Два человека сидели на нем и весело общались. Это были Ши Ян и Хан Жун. Глава 48. Тест у ворот семьи Ши. Ши Цзянь, Хан Финь и Ян Хай одновременно посмотрели на Ши Яна, сидящего на земляном драконе. Ян Хай быстро осмотрел Ши Яна и нахмурился. Он думал, что этот мальчик много страдал, так как сильно похудел. Однако, глаза Ши Цзяня и Хай Финя выражали другие эмоции. Они были сильно удивлены. Ян Хай не занимался боевыми искусствами, поэтому не знал, что стройный человек не всегда может быть слабым. Иногда более взрывоопасная сила скрывается в тощем теле. Ши Цзянь и Хан Финь были экспертами боевых искусств и с первого взгляда поняли, что Ши Ян сильнее любого человека из третьего поколения, которые тренировались больше десятка лет. Они посмотрели друг на друга в удивлении. Они не могли понять, что произошло с Ши Яном за последние полгода, что так изменило его костную структуру. Спустя несколько минут Ши Ян, Хан Жун и отряд воинов остановились у ворот. «Привет, большой дедушка, дядя Хан, отец». Ши Ян приблизился к воротам и поприветствовал их. Хан Жун также поприветствовал их и встал рядом с Ши Яном. Ши Цзянь и Хан Финь осматривали тело Ши Яна с блеском в глазах. После недолгого осмотра Ши Цзянь сказал дрожащим голосом: «Иди за мной». Затем он развернулся, пошел в сторону заднего двора. Все, кто знали Ши Цзяня, поняли, что он был в приподнятом настроении. «Парень, устроим шоу», — улыбнулся Хан Жун. Ши Ян кивнул. Он повернулся к Ян Хаю. «Отец, ты специально меня ждал?» Хоть у Ян Хая старался сохранить каменное выражение лица, легкая улыбка все же появилась на нем. «Никто не ждал тебя специально. Я просто хотел узнать, правда ли ты достиг сферы зарождения или нет. Хан Жун, иди сюда, надо поговорить». Хан Финь посмотрел на Хан Жуна и пошел в противоположном направлении от Ши Яна. Хан Жун опустил голову и с неохотой пошел за братом. «Ну,
пошли. Не заставляй своего дедушку ждать, пробормотал Янхай и спросил низким голосом, что, черт возьми, с тобой произошло. Дедушка тоже об этом спросит, я тогда и скажу, улыбнулся Шиян, не проявляя уважения к своему отцу. Янхай был удивлен. Он посмотрел на Шияна и сказал, парень, ты теперь какой-то другой. Раньше ты никогда не ходил вокруг да около и всегда отвечал на мои вопросы прямо. Но теперь, кажется, ты больше не боишься меня. Ты мой отец. Почему я должен тебя бояться? В изумлении спросил Шиян, чего тут бояться? Это не похоже на тебя. Ты никогда не говорил так со мной. Янхай нахмурился. После тщательных раздумий он покачал головой, мелкий ублюдок. Стоило стать воином, как тут же оборзел. Я пойду, не могу заставлять дедушку ждать, улыбнулся Шиян. Воины семьи Ши, ждавшие у ворот, были ошарашены происходящим и начали бурно обсуждать происходящее. Глава семьи ждал молодого мастера Яна, это правда? Я не знаю, сам ничего не понимаю. Глава семьи никогда не интересовался молодым мастером Яном. Что-то произошло. Кто знает, может, молодой мастер Ян опять нажил себе проблем. Вряд ли, обычно мастер Янхай убирает за ним все дерьмо. Хоть молодой мастер и раньше создавал проблем, но не такие серьезные, чтобы их решал глава семьи. Может, на этот раз он попал в серьезные неприятности. Закройте рты. С этого момента вам лучше почтительно относиться к молодому мастеру Яну. Он больше не книжный червь. И не вините меня, если оскорбите его и получите пинка под зад. Карл, сидящий на земляном драконе, не мог не крикнуть, услышав их сплетни. Карл, что случилось? Ты вернулся вместе с молодым мастером Яном, поэтому должен знать, что произошло, спросил один воин, знакомый с Карлом. Вы скоро узнаете, улыбнулся Карл. Молодой мастер Ян удивит всех. Что? Да что же случилось? Карл только увеличил их любопытство, и они не прекращали задавать вопросы. Не сейчас. Думаю, вы узнаете очень скоро. Не собираясь отвечать, Карл вместе со своим отрядом ушел. На заднем дворе семьи Ши, в центре тренировочной площадки, блестел огромный тестирующий нефрит ромбовидной формы. Шицзян стоял около тестирующего нефрита. Как только подошли Шиян и Янхай, он положил руку на нефрит, и шар света влетел в этот нефрит из его руки. Нефрит на секунду моргнул ярким светом. «Влей свое глубокое ци в нефрит», — твердо сказал Шицзян. Шиян уверенно подошел к нефриту, положил на него руку и влил ци. Сложные узоры появились на нефрите, а сам нефрит стал сиять оранжевым цветом. Постепенно сияние становилось все ярче и ярче. Хорошо. Шицзянь старался сохранить твердость в голосе, но у него не получалось. Дрожащим голосом он сказал, «Я слышал, что ты пробудил боевой дух нашей семьи. Это правда?» «Да». «Покажи». «Хорошо». Шиян вытянул руку и засучил рукав. Его рука постепенно окаменела и стала темно-коричневого цвета. «Темно-коричневый». Шицзян и Янхай одновременно крикнули, глядя на руку Шияна. «Может, это из-за солнечного света?» Янхай потер глаза и посмотрел на солнце. Услышав его, мысли Шицзяня совсем запутались. Он схватил руку Шияна и почти крича сказал, иди сюда, встань в тень той скалы, чтобы цвет было лучше видно. Шиян пошел и встал в тень. Это темно-коричневый. Шицзян громко крикнул. Его глаза уставились на Шияна, и он величественно спросил, мелкий ублюдок, что, черт возьми, с тобой случилось? Как? Почему твой боевой дух темно-коричневый? Может ли это быть второй стадией окаменения? Верно, это вторая стадия. Хоть я нахожусь в сфере зарождения, но мой боевой дух на второй стадии. Дай нам разумное объяснение. За всю историю семьи Ши никто не достигал второй стадии окаменения раньше человеческой сферы. Ты первый. Что произошло? Что, блять, с тобой произошло? Шицзян почти впал в безумие. Ну, дело в том, Шиян рассказал то же, что и Ханжуну. После того, как он закончил свой рассказ, Шицзян смотрел на него со странным выражением лица. Дедушка, зачем ты на меня так смотришь? Я говорю правду. То есть ты говоришь, что три кровавых фрукта пробудили твой боевой дух, развили его до второй стадии, дали тебе глубокого ци и помогли достичь третьего неба сферы зарождения. Шицзян завопил с искривленным лицом. Просто из-за трех гребаных фруктов? Да, это так. Где они росли? Я пошлю туда людей, узнаем, смогут ли они собрать еще. Не стоит, там было только три. Я очень долго искал, но больше ничего не нашел. Мелкий ублюдок, ты не обманываешь меня? Шицзян явно что-то заподозрил. Я не вру. Шиян с серьезным лицом посмотрел на них и сказал, я сам не знаю, что со мной произошло. Правда ли фрукты сделали все это? Но пока других догадок у меня нет. Он показывал явное нежелание объяснять. Шицзян еще пытался у него что-то выпытать, но в ответ получал «я не знаю». Вскоре Шицзян сдался. После недолгих раздумий он спросил, «А твой боевой дух действительно второго этапа? Я имею в виду, что он просто изменил цвет,
Но свойства у него лишь первого этапа. Я уверен, что это второй этап. Я посмотрю. Шицзян положил ладонь на грудь Шияна. Парень, используй дух на своем теле. Не волнуйся, я не буду использовать слишком много силы, так что вреда тебе не причиню. Хорошо. Шарик темного света выстрелил из его ладони в грудь Шияна. Затем он выпустил еще один шарик темного света с другой стороны. Шицзян взволнованно закричал. Действительно, это второй этап. Ублюдок, я не знаю, как тебе это удалось. Но теперь я не дам тебе лениться. Я лично буду тренировать тебя, чтобы сделать из тебя воина. Глава 49. Небесные врата и божественная область в гравитационной комнате. В центре комнаты Шиян бился всем телом о огромную железную булаву, используя дух окаменения. Булава была 7 метров в высоту и 3 метра в ширину. Острые шипы на этой булаве скорее напоминали острые прутья, светящиеся темным светом. Шиян уже изрядно устал, но продолжал биться о булаву каждой частью тела. Множество громких, тупых звуков раздавалось из этой гравитационной комнаты. Чтобы раскрыть весь потенциал боевого духа семьи Ши, нужно было пройти через жестокие тренировки. Только сильные удары о твердые предметы помогут использовать дух на полную. И пройдя через все эти истязания, дух окаменения сможет выдержать любые удары противника. В гравитационной комнате было 7 гравитационных колонн, которые увеличивали силу тяжести в 7 раз. Бам-бам-бам. С серьезным лицом Шиян продолжал биться о булаву каждой частью тела, доводя дух окаменения до предела. Каждый раз, когда он врезался, его тело излучало небольшой коричневый свет. Эта вспышка света случалась, когда тело Шияна начинало касаться булавы и тут же исчезало. После 5000 ударов Шиян упал в обморок. Он свалился, раскинув свои конечности в разные стороны. Шиян сильно вспотел и со стороны напоминал мокрый камень. Так продолжалось 1.5 месяца. Все эти 1.5 месяца Шиян ел и спал в гравитационной комнате. Он даже в туалет из нее не выходил. Это был план Шицзяня. Как только Шицзян узнал, что Шиян достиг второй стадии окаменения, он заставил его бросить все тренировки и сосредоточиться на закалке тела. Шицзян хотел выжать из него весь потенциал второй стадии окаменения Шияна, способной выдержать любые атаки воина человеческой сферы. За эти 1.5 месяца Шицзян, Ханфинь, Янха и другие старейшины приходили, чтобы понаблюдать за ним. Шицзян, к примеру, приходил каждые 3 дня, чтобы изучить изменения тела Шияна и давал некоторые советы для следующего этапа тренировки. Лежа на земле от изнеможения, Шиян стал потихоньку восстанавливать дыхание. Как только в руках и ногах появилось немного сил, он сел, скрестив ноги, и начал циркулировать глубокой ци. Хоть он и был истощен, но скорость циркуляции ци была быстрее, чем раньше. Закрыв глаза, Шиян старался успокоить сердце и очистить разум. Каждый раз, когда он начинал медитировать, все его кости, кровь, плоть, мышцы, каждую клетку тела что-то подпитывало, но он не мог понять, что. Вскоре силы в его теле восстановились, а вся усталость исчезла. Это было самовосстановление от бессмертного боевого духа. Шиян хорошо это знал. После долгой медитации он открыл глаза. Глубокая ци в его теле стала более плотной. Казалось, вся эта сила в его теле вот-вот взорвется. В этот момент каменная дверь комнаты открылась. В комнату вошел Хан Жун и нес в руках 7 бамбуковых корзин. Он положил корзины на пол и начал выкладывать тарелки с изысканной едой. Сегодняшнее блюдо. Гнездо ласточки, морской огурец, черепаха, ладонь медведя, блестящий линджи. Брат Ян, ты слишком много жрешь. Одного твоего приема пищи хватит 5 молодым воинам. Будь наша семья поменьше, все запасы еды были бы съедены тобой. Хан Жун засмеялся и вынул бутылку вина. Эта марка вина называется «Пламя», она часть моей коллекции. Пей быстро, а я избавлюсь от бутылки. Шиян не стал отказываться от предложения Хан Жуна и начал быстро поглощать еду. После того, как он умял дорогие блюда, Шиян открыл бутылку пламени и залпом выпил. Он поставил пустую бутылку и вытер рот. Старый Хан, в следующий раз ты должен принести мне 2 бутылки. Одной мне мало. Брат Ян, племя из весеннего павильона стоит 500 фиолетовых монет. Хан Жун горько улыбнулся. Я немного сэкономил, когда ходил туда в прошлый раз, и смогу принести тебе нож завтра. Оно стоит 1000 синих монет, но я смогу принести только 4 бутылки. Принеси мне в следующий раз пламя, я дам тебе кристальных монет. Угрюмо сказал Шиян. Тогда ладно. Ухмыльнулся Хан Жун. Брат Ян, глава семьи держит в секрете новость о том, что вы стали воином. Даже в нашей семье почти никто не знает об этом. Ты знаешь почему? Почему? Лениво спросил Шиян. Турнир боевых искусств,
который проходит каждые 5 лет, начнется через 3 месяца. На прошлом турнире мы проиграли семье Мойлинь, из-за чего глава семьи бушевал несколько дней. Но сейчас он хочет, чтобы я участвовал в турнире, сказал Шиян, опередив Ханжуна. Турнир боевых искусств организовывался 5 крупными семьями торгового союза, и любой воин мог принять участие. Турнир делится на 5 категорий: начальное, зарождение, человеческое, бедствие и земля. Воины, принимающие участие, соревнуются в категории, соответствующей их сфере, за 3 первых места. 5 семей дают победителям разные награды, такие как учебные пособия, таблетки, боевые навыки и т.п. 5 семей проводили турнир по 2 причинам. Первая – набрать в свои ряды талантливых воинов. Вторая – здоровая конкуренция среди воинов страны, что стимулирует ее боевую мощь. Свободные воины просто жаждали таблеток и боевых навыков, а некоторые из них искали возможность присоединиться к крупным семьям. Поэтому каждый турнир боевых искусств собирал 1000 воинов со всей страны. Кроме воинов-одиночек, на турнире выступали представители многих семей, чтобы показать, насколько они сильны. Этим многие семьи старались привлечь лучших воинов. Но крупные семьи использовали турнир не только для привлечения воинов, но и тайно соревновались друг с другом. Таким образом, почти все воины торгового союза придавали большое значение турниру боевых искусств. Иногда спорные вопросы между крупными семьями решались через дополнительные бои. Например, на прошлом турнире семья Ши и семья Мо соревновались за право владения 3 шахтами. К сожалению, единственным победившим в бою из семьи Ши был Ши Тянь Юн. Ши Тянь Лао и Ши Тянь Ке проиграли свои бои. Таким образом, семье Мо отошли 2 шахты, а семье Ши только 1. Ты не знаешь, но у нас уже были некоторые споры с семьей Мо из-за недвижимости. В этот раз тоже будут дополнительные бои, чтобы решить этот вопрос. Значит, мне надо в этом поучаствовать? Точно. Глава семьи из-за этого устроил тебе такую адскую тренировку. За последние дни много дел свалилось на главу семьи, но он все равно находит время, чтобы приходить каждые 3 дня и помочь тебе. У него большие надежды в отношении тебя. Хорошо, помогу. В скальной комнате Ши Цзян сидел на огромной скале, его глаза выражали глубокую задумчивость. На аукционе мистического павильона был выставлен фрагмент картины небесных врат. Хан Фэнь отчитывался о последних новостях, стоя рядом с Ши Цзянем. Небесные врата были порталом в таинственное пространство, божественную область. Никто не знал, как появилась божественная область, когда образовалась, из чего состоит и где именно она находится. Только через небесные врата можно было попасть в божественную область. Существует много легенд об этом месте. Говорят, в этой области много разных редчайших вещей. Высокоуровневые боевые навыки, даже навыки уровня бога, мощные таблетки, невероятные сокровища. 4 месяца назад алхимик Кару украл у своего учителя, короля медицины Мусюня, фрагмент картины. Возможно ли это, что эти 2 фрагмента являются частью одной? Ну или это просто совпадение? У Ши Цзяня было множество мыслей, когда он вспоминал эти события. Хан Фэнь покачал головой. Кару пропал давным-давно, а в мистический павильон фрагмент картины принесла какая-то женщина. Из-за серьезности вопроса они не стали продавать фрагмент напрямую. «Этот фрагмент все еще в мистическом павильоне?» – спросил Ши Цзян. Да, кивнул Хан Фэнь. Семьи Бейминг, Мо, Линьцзо рванули в мистический павильон, как услышали эту новость, но не смогли его получить, так как фрагмент все еще находится на стадии проверки подлинности. Все, что они смогли сделать, это показать свою заинтересованность в этом предмете. Если бы это была целая картина, семья Бейминг точно бы его сперла. Усмехнулся Ши Цзян. Мы должны принять меры. Следи за ним, но сильно увлекайся этим и обменивайся информацией с семьей Цзо. Мы не должны действовать, пока не появится 2-й фрагмент. Понял. Глава 50. Порез в гравитационной комнате. Шиян облокотился о гравитационный столб, чувствуя боль во всем теле. На его оголенном теле был виден хороший рельеф. Его тело было словно отлито из металла и содержало в себе безумную силу. Снабженный кучей еды, Шиян провел еще 1 месяц в гравитационной комнате. За это время увеличился не только размер его мышц, но и рост. Внезапно открылась дверь. В проходе показались Ши Цзян, Хан Фэнь и Ян Хай. Ши Цзян посмотрел на Шияна горящими глазами и кивнул. «Очень хорошо, похоже, ты не халтурил». «Еще бы», — сказал Шиян, не меняя своей позы. «Думаю, я достаточно натренировал свое тело, теперь можно изучать боевые навыки». «Ну, не тебе решать», — усмехнулся Ши Цзян и подошел к нему. «Дай свою руку». Шиян вытянул свою левую руку. Рука тут же стала похожа на темно-коричневый камень. Если хорошо присмотреться,
то на поверхности руки виднелся тонкий слой темного света. «Вау!» — Шицзян радостно крикнул. «Ха! Ты действительно нечто! На руке есть темный свет! Это здорово! Здорово!» Ян Хай также был в восторге и подошел поближе. «Отчим, это то же состояние, что и у воина человеческой сферы. Несколько лет назад, когда Цинь прорвался на третье небо человеческой сферы, его дух окаменения излучал такой же темный свет. Это состояние, то же самое?» «Да», — Шицзян кивнул с небольшим мышечным спазмом в углу рта. «Этот ребенок просто удивителен. Добиться такого всего за пару месяцев». Хоть Шицзян и не хотел, чтобы Шиян слишком возгордился, но не мог не похвалить его. «Парень, как тебе это удалось?» «Я тренировался, как вы мне и сказали, и вот результат», — пожал плечами Шиян. «Сколько часов в день ты тренировался?» Даже молчаливый Хан Финь не удержался и задал этот вопрос. «Примерно 15 часов». «15 часов?» Хан Финь и Шицзян одновременно вскрикнули. «Это невозможно!» «Ублюдок, хватит врать!» Шицзян начал вопить. «Твоему телу требуется как минимум 18 часов на восстановление, а также нужно время на еду. В итоге у тебя на тренировки уходит примерно 5 часов в день. Откуда тут взяться 15 часам?» Хан Финь скептически покачал головой. «Мелкий гаденыш, говори правду. Хватит дурака валять перед дедом!» — гневно проворчал Ян Хай. «Кто сказал, что мне нужно 18 часов на восстановление?» Ши Ян весело произнес. «Мне нужно всего лишь 4 часа. Это невозможно!» Хан Финь и Ши Цзянь снова одновременно закричали. «Твое тело не может так быстро восстанавливаться из-за сложности тренировки. Я управляю семьей Ши уже много лет и никогда не видел, чтобы кто-то так быстро восстанавливался. Шиянь – самый талантливый ребенок нашей семьи, ему требовалось примерно 15 часов на восстановление, пока он не достиг человеческой сферы», – кричал Шицзян. «Ты хочешь сказать, что твое восстановление в 4 раза быстрее его?» «Нет ничего невозможного». Шиян подошел в своей сумке, лежащей в угле комнаты, и вынул кинжал. «Дедушка, есть одна вещь, которая смущала меня очень долгое время. Теперь, когда мой отец здесь, я хочу кое-что протестировать». «Что за тест?» — нахмурился Шицзян. «Дядя Хан, я хочу порезать вашу руку». «Гаденыш!» — крикнул Шицзян. «Ты хоть понимаешь, о чем говоришь?» «Просто небольшой надрез», — спокойно сказал Шиян. «И для точности сравнения, я также сделаю надрез себе и своему отцу». Глава семьи. «У молодого мастера Яна, возможно, есть план. Можно дать ему попробовать». «Что, черт возьми, ты задумал?» — растерянно спросил Шицзян. «Скоро узнаете». Легкой походкой Шиян направился в сторону Хафиня. «Дядя Хан, не используйте глубокой ци, даже если рана будет сильно кровоточить, хорошо?» «Понял. Тогда я начинаю. Давай». Шиян подошел к Ханфиню и сделал надрез на левой ладони. Кровь потекла сразу. «Отец, теперь твоя очередь». Шиян направился в сторону Янхая. «Мелкий гаденыш, что ты хочешь сделать? Твой отец не воин, так что будь понежнее». «Я знаю». Шиян быстро полоснул кинжалом по руке Янхая. Увидев кровь на руке, Янхай завопил. «Вот ублюдок, ты слишком жесток. Я даже не успел подготовиться». Под взглядами Ханфиня, Шицзяня и Янхая, Шиян тоже порезал свою руку и посмотрел, как из нее течет кровь. «Гаденыш, что ты хочешь показать нам?» «Я ничего не вижу», — крикнул Янхай. «Подожди пару минут». С серьезным лицом посмотрел на него Шиян. Ханфинь и Шицзян не могли понять, что хочет сделать Шиян, и лишь с подозрением смотрели на него. А Шиян лишь стоял и улыбался, весь забрызганный собственной кровью. 10 минут спустя. «Что?» — Ханфинь заметил странные изменения на руке Янхая. «Глава семьи, посмотрите». Шицзян пристально смотрел на Шияна, но, услышав возглас, повернулся и посмотрел на Янхая. Он также заметил странную вещь. «Хай, почему кровь на твоей руке перестала течь и свернулась в кокон?» «Ах, Янхай только сейчас заметил этот кокон, я не знаю, у меня все еще идет кровь». Ханфинь протянул свою руку. «Что за?» Янхай впал в ступор. «Вы много лет тренировались, так что кровотечение у вас должно остановиться раньше, чем у меня. Что происходит? Взгляните на мою руку». Шиян распахнул халат, чтобы вытащить свою руку, и стряхнул засохшую кровь. На руке виднелись две тонкие пересекающиеся царапины размером с иголку. Шицзян и Ханфинь вздрогнули в ужасе. «Ублюдок, что произошло?» — спросил Шицзян, отойдя от удивления. «Это вид боевого духа. У отца он тоже есть, но так как он не тренировался, то и не заметил его», — спокойно сказал Шиян. Шицзян с сияющими глазами сжал кулак, и мгновение спустя из него вырвался дикий вопль. «Ахаха, боевой дух регенерации, я назвал его бессмертным боевым духом», — начал объяснять Шиян. «Я думаю, что этот боевой дух способен заново отрастить оторванные конечности,
если достигнет своей максимальной силы, а может и сделает бессмертным. Сперва Ши Цзян и Хан Фень были ошарашены, но потом осознали реальную силу духа. Они не могли подавить своего волнения. «Гаденыш, так получается, у тебя два боевых духа?» Ян Хай чуть ли не плакал от радости. «Он точно владеет двумя духами!» Дико засмеялся Ши Цзян и хлопнул Ян Хая по плечу, так сильно, что тот упал на землю. «Хай, так у тебя все же есть дух!» «Ха-ха! Невероятно! Я должен был полоснуть тебя ножом еще давно, чтобы понять это!» «Ха-ха! Так теперь вы верите в то, что я способен восстановиться за 4 часа?» Улыбнулся Ши Ян. «Верим!» «Ха-ха!» Ши Цзян был счастлив до безумия, игнорируя Ян Хая, сказал: «Парень, идем со мной во дворец боевых духов. Можешь выбрать там любой навык, который тебе понравится». Прекрасно. Глава 51. Дворец боевых духов. Во дворце боевых духов семьи Ши есть 5 этажей. Каждый этаж назван в честь сферы. На каждом этаже расположены книги с соответствующими им навыками. На первом этаже расположены навыки смертного уровня. Обычно их берут воины начальной сферы, а те, кто достиг сферы зарождения, берут навыки со 2-го этажа. На 3-м и 4-м этажах расположены навыки глубокого уровня. Воинам человеческой сферы доступны навыки 3-го этажа, а на 4-м для сферы бедствия. На 5-м этаже хранится единственный навык уровня духа семьи Ши. Но этот этаж только для главы семьи, который время от времени ходил туда. Боевой навык уровня духа в семье Ши был настолько особенным, что почти никто в семье его не видел. Только те потомки Ши, что достигли земной сферы, могли практиковать его. Но среди потомков семьи Ши, только один гений, Ши Янь, достиг 3-го неба сферы бедствия и был в шаге от земли. Ши Цзян вел Ши Яна во дворец боевых навыков. Перед входом во дворец сидела пожилая женщина. Увидев Ши Цзяня, она поклонилась и сказала: «Глава семьи, ее зовут Юн Луа, старейшина семьи Ши. Она находится на 1-м небе сферы нирваны и старше Ши Цзяня, также стала старейшиной семьи еще в то время, когда он был ребенком. Она преданно служила семье Ши на протяжении 10 лет, поэтому Ши Цзян поручил ей охрану дворца навыков. Я помогу Ши Яну выбрать навык». Говоря это, он повернулся к Хан Финю и Ян Хаю: «Вы двое оставайтесь здесь». Хан Финь и Ян Хай кивнули. Юн Луа отошла от двери и вопросительным взглядом посмотрела на Хан Финя. В последнее время Ши Цзян очень ревностно охранял информацию о Ши Яне в гравитационной комнате. Не говоря уже о Юн Луа, даже родственники не знали достижений Ши Яна. Сейчас Ши Цзян взял Ши Яна, чтобы помочь ему выбрать навык. Это значит, что Ши Ян стал воином. Юн Луа знала Ши Яна, а также знала, что у него нет боевого духа, да и боевыми искусствами он не интересуется. Но теперь, в 17, он вдруг стал воином. Это было слишком ненормально. Из-за этого Юн Луа была в замешательстве. Юн Луа посмотрела на Хан Финя с подозрением, но тот лишь покачал головой, давая понять, что не может ей рассказать. Это еще больше запутало Юн Луа, но она не спрашивала, а просто продолжила стоять у двери. Если бы во дворец вошел кто-то другой, то она бы последовала за ним, чтобы не дать ему зайти на несоответствующий этаж. Но сейчас Ши Яна вел Ши Цзян, так что она не беспокоилась. На 1-м и 2-м этажах по 18 навыков смертного уровня, 8 навыков глубокого уровня на 3-м и 4 навыка на 4-м этаже. Ты на 3-м небе сферы зарождения, значит, можешь подняться на 2-й этаж. Вкратце объяснял Ши Цзян, пока вел Ши Яна на 2-й этаж. Из стен каждого этажа торчали несколько ящиков, похожих на сейфы. В каждом сейфе лежали книги. Каждый сейф был обшит малахитом. В центре сейфа был вырез для ключа, а рядом с ним висела листовка с описанием навыка. После прогулки по 2-му этажу, Ши Ян обнаружил, что 10 из 18 навыков были сильно распространены. Тут даже был звездный кулак Кимна. Остальные 8 было трудно найти снаружи, но Ши Яну они казались слишком легкими. Ши Ян был тем человеком, который любил трудности. Поэтому Ши Ян покачал головой и повернулся: «Дедушка, эти навыки слишком легкие. Пойдем наверх». Еще год назад Ши Ян не посмел бы сказать такое Ши Цзяню, но демонстрация бессмертного боевого духа дала ему право делать то, что он хочет. Ши Яну был важен только его таинственный боевой дух, и не расскажет о нем даже под пытками. А бессмертный боевой дух можно было и не скрывать, даже наоборот, его анонсирование дало несколько привилегий в семье Ши. Да и 2 боевых духа. Духа – это не то, что Ши Цзян может игнорировать. Как и ожидалось, Ши Цзян не был против, он лишь слегка заволновался. «Ты все еще в сфере зарождения. Это будет плохой идеей начать тренировать навык глубокого уровня прямо сейчас для обычного воина. Хоть я и в сфере зарождения,
но мой дух окаменения достиг второй стадии. Помимо этого, я обладаю также бессмертным боевым духом. Для обычного человека изучение навыка глубокого уровня в этой сфере может и проблема, но для мне, с таким-то набором, это будет легко. Сперва Шицзян удивился, но потом кивнул: «Хорошо, пойдем наверх». Они продолжили идти вдоль стены с навыками. Если Шияна интересовал какой-то навык, Шицзян подробно объяснял его свойства. Боевые навыки третьего этажа намного интереснее. Шиян кивнул головой и в голове отметил все навыки глубокого уровня на этом этаже. Затем он сказал: «Давайте пойдем на четвертый этаж». «Хорошо, так как ты отличаешься от других людей, то тебе будет полезно узнать о навыках на четвертом этаже». Шицзян повел Шияна на четвертый этаж. Как только они поднялись на четвертый этаж, Шицзян подошел к одному сейфу с навыком. Это навык «Звездная сеть» сплетает сеть из ци. Эта сеть, при попадании на противника, полностью блокирует его глубокое ци, и он не сможет им пользоваться, пока оплетен сетью. Классный навык, да, но в настоящее время ты не сможешь пользоваться этим навыком. Этот навык требует более плотной глубокой ци и совершенный контроль ци, а тебе еще далеко до этого. Шицзян был очень строг. Он усмехнулся и подошел к другому сейфу. Это печать пустыни, навык, позволяющий создавать множество печатей и блокировать пространство вокруг противника, тем самым заставляя его бороться с тобой лоб в лоб. Этот навык идеально подходит к нашему духу окаменения. Он даже слишком хорош. Еще бы. Этот навык также требует огромного количество ци, так что если ты не в сфере бедствия, то и не думай учить его. Как ты заблокируешь движение людей, если не сможешь создать достаточное количество печатей? Какой следующий навык? Следующий — темная лунная тень. Он превращает твое тело в тень. Тоже требует огромного количества ци, нужно быть минимум в сфере бедствия, чтобы начать изучать его. Так что, даже не зарься на него раньше времени. Это последний сейф. Глаза Шицзяня заблестели, глядя на этот сейф. Этот навык тренирует пальцы и делает их такими же опасными, как ножи из высококлассного металла. Очень хороший навык для ближнего боя. Также хорошо сочетается с духом окаменения. Интересный навык. А требования есть? Есть. Но кажется, ты подходишь для этого навыка. Немного подумал Шицзян. Все, что нужно для убийственного пальца, это второй этап духа окаменения и наличие темного света, иначе ты сломаешь пальцы во время тренировки. Хм, ты можешь его выучить. Тогда беру его, — решительно сказал Шиян. Шицзян с тяжелым взглядом посмотрел на Шияна. Есть еще какие-то проблемы? Шиян почувствовал тревогу. Парень, ты действительно хочешь тренировать этот навык? — сказал Шиян с глубоким вздохом. А нельзя? Во время тренировки убийственных пальцев твой бессмертный боевой дух будет использоваться на полную. Немного помолчав, продолжил Шицзян. То, что ты будешь испытывать во время тренировки этого навыка, даже рядом не стоял с простым битьем о булаву. Ты будешь страдать. Уверен, что не хочешь попробовать элементарные навыки? Да. Хорошо, тогда рассказу сам процесс обучения убийственных пальцев. Хоть твои пальцы станут по завершении острыми как ножи, но сам процесс будет настоящей пыткой. На следующий день в гравитационной комнате на 6 из 7 гравитационных столбов был надет чехол из кожи серебряной змеи, демонического зверя 5 уровня. Его кожа сводила на нет все гравитационные изменения. Рядом с 7 столбом стоял вверх тормашками Шиян и опирался лишь на один указательный палец левой руки. Этот тонкий палец держал удвоенный вес тела. Палец сильно дрожал. Казалось, он мог взорваться в любую секунду от давления. Лицо Шияна было ужасно красным, а вены и сухожилия левой руки выпирали настолько, что напоминали маленьких змей. Острая боль пронизывала весь палец, будто каждую нервную клетку в пальце пронзили иглой. «Терпеть!» — Шиян стиснул зубы. В этот момент кровь потекла из отверстий на его голове. Спустя 5 минут он был готов развалиться на части. Эта адская боль почти заставила его сдаться. «Должен терпеть!» Прошло 6 минут, 7 минут. На 8-й минуте сознание Шияна начало затухать. И в этот момент сильный порыв негативной энергии вырвался из его меридиан. Негативная энергия завладела его разумом. Активировался режим ярости. Глава 50. 52. Таинственное пространство. Бам. Шиян упал на землю и тяжело задышал. Негативная энергия выходила из его меридиан и впивалась в мозг. Эта негативная энергия переплелась с каждой клеткой мозга. Острая, колющая боль вспыхнула в его голове. Боль была похожа на ту, что ощущаешь после удара током. Она пошла вниз по телу, активируя меридианы в теле. Это продолжалось в течение 3 секунд. Негативная энергия стала разлетаться в разные стороны от меридиан. Но она не рассеялась, а стала перемещаться по венам, костям, плоти, по каждой клетке тела. Было ощущение,
словно мощный разряд тока прошелся по всему телу и только усилил боль в голове. Тонкий белый дым стал выходить из его пор. Белый дым быстро окутал его тела. В нем чувствовался запах крови, призывающий убивать. Как только негативная энергия вышла из его меридиан, его тело усохло. Тощее тело Шияна было окутано жаждой убийства. Внезапно боль в голове исчезла. Открыв глаза, Шиян обнаружил, что его мозговая деятельность стала более лучше, он мог думать и вычислять намного быстрее. Его разум стал пребывать в чрезвычайно спокойном состоянии. Пучки негативной энергии объединились с его нервной системой и изменили его тело. Он также почувствовал изменения в крови и плоти. Теперь он стал машиной без эмоций. Единственное, что осталось в его голове, это методы убийства. Быстрые и эффективные методы. Сейчас он был самым ужасающим существом. Все мысли и чувства были стерты. Все, что осталось, это желание убивать своих врагов. Нет доброты, нет проблем, только жажда убивать. Ха-ха-ха. Шиян тяжело дышал, находясь в гравитационной комнате. В его глазах не было и грамма милосердия. Он стал похожим на кровавое чудовище, готовым убить в любой момент. Стоп. Этот крик эхом пронесся в его сознание. Шиян стал силой загонять негативную энергию в меридианы. Он сел, скрестив ноги и закрыл глаза. Шиян начал очищать свой разум от мыслей об убийстве и выводил негативную энергию из своего сознания обратно в меридианы. Спустя некоторое время Шиян успокоил дыхание, хотя был сильно утомлен. Он медленно открыл глаза. Глаза стали ясными, следы жажды убийства полностью исчезли. Первое небо ярости. В этот момент Шиян понял, что из себя представляет первое небо ярости. Помимо изменений в теле, происходит изменение в сознании. С таким мышлением он превратился бы в идеальную машину для убийств. Не думающий ни о чем кроме убийств, не желающий ничего кроме смертей. Все, что будет нужно, это эффективные способы убийства. Слишком ужасающе. Если бы Шиян не крикнул в своем сознании, то так бы и остался в этом состоянии. В этот момент он понял, что неправильно тренировался все это время. Тренировка ярости должна начинаться с головы, а вместе с ней будет изменяться все остальное тело. Но вместо этого он начал с рук, затем перешел на ноги, следом на тело и только в конце приступил к голове, и из-за этого его шарахнуло по мозгам. Видимо, по этой же причине он терял сознание во время тренировок. Но вот теперь последний шаг в тренировке ярости завершен. У Шияна не было сил продолжать тренировку убийственных пальцев. Он просто сидел и ждал, когда бессмертный боевой дух уберет побочный эффект ярости. Немного подождав, он направил немного ци в кровавое кольцо. В последнее время он часто пытался сломать второй шит кольца и узнать, что за секрет в нем хранится. Но все его попытки закончились неудачей. Хоть он был третьего неба сферы зарождения, этого все равно было недостаточно, чтобы сломать щит. Каждый раз его ци было заблокировано щитом. Его ци снова отскочила от щита. Шиян встал, подошел к сумке, лежащей в углу, и достал книгу навыка духовного уровня «Гравитационное поле». Сидя в углу, Шиян хмурился, переворачивая одну страницу за другой. Впервые он был рад, что у прошлого владельца тела было такое странное увлечение. Кроме него, в семье Ши никто не мог читать на древнем языке. Если бы прошлый владелец тела не увлекался этим, то пришлось бы искать того, кто бы перевел, но это вызвало бы еще больше проблем. Ведь это книга навыка духовного уровня. Он не сказал о ней Ши Цзяню или Янхаю, иначе они бы замучили его, прося перевести. Он медленно читал про себя. Книга не была большой, всего 27 страниц. Он быстро прочитал всю книгу. Закончив чтение, Шиян закрыл книгу и пробормотал: «Эта книга навыка духовного уровня немного забавна. Нужно иметь несколько типов энергии, чтобы тренироваться по ней». Хоть у этого навыка не было требований к сфере, были очень строгие требования к энергии. Пусть это навык духовного уровня, но тренировать его можно даже в начальной сфере. Есть только одно требование – иметь как минимум два типа энергии. Две энергии должны столкнуться друг с другом и создать поле. Это поле начнет кружиться, усиливая силу тяжести. Эффект поля будет распространяться на всех, кроме владельца. Каждая клетка тела человека, попавшего в поле, будет чувствовать давление, а его глубокая ци будет заблокирована, и он не сможет использовать боевые навыки. Автор книги «Гравитационного поля» подметил, что чем больше типов энергии используется, тем сильнее будет навык. Если будет использовано 3 или 4 типа энергии,
то поле само убьет даже воина в сфере бедствия. 5 видов энергии способны убить воина в сфере земли. Держа книгу в руках, Шиян ухмыльнулся с блеском в глазах. Обычно воины имели один тип энергии, глубокой ци. Люди с особым боевым духом имели слегка другой тип, например, голубое пламя Диелан. Видимо, большинство воинов не могли тренировать этот навык, так как редко находились люди с двумя, а тем более с тремя типами энергии в теле. К счастью, Шиян относился к тому меньшинству. В его меридианах была еще одна энергия, помимо глубокого ци, негативная энергия. Он мог хоть сейчас тренировать этот навык. Глава 53. Гостя из семьи Цзоп и Пэнгл. Выделение названий навыков одинарными кавычками было заменено на квадратные скобки. В гравитационной комнате Шиян стоял вверх ногами на среднем пальце левой руки, прислонившись к гравитационному столбу. Через четверть часа он перешел на безымянный палец. Каждые 15 минут он менял пальцы и повторял процесс снова и снова. После одного круга Шиян сидел на земле весь в поту. Он вытянул левую руку и выпустил немного негативной энергии из меридиан. Сгусток белого дыма растянулся по его руке и плавно летал перед ним. Шиян стал управлять ци в пальцах, а затем впрыснул немного в белый дым, парящий перед ним. Глубокая ци извивалась, как змея в белом дыму. Ци и белый дым начали сливаться, формируя маленький водоворот, в котором вспыхнула сила притяжения. Как только появилась сила притяжения, пространство водоворота исказилось. Воздух поблизости был втянут в водоворот, и было ощущение, что окружающее пространство слегка уменьшилось. Глаза Шияна засияли, глядя на небольшое поле. Он старался почувствовать всю силу поля, вводя в него ци. Но это лишь ослабело его, и Шиян смутился. После недолгого размышления он выяснил причину происходящего. Шиян прекратил вводить глубокое ци и влил немного белого дыма в окружающее поле. Ослабленное поле сразу стало сильнее. Шиян пристально смотрел на поле в течение 10 секунд, а потом отозвал обе энергии из поля. Поле сразу же исчезло. Благодаря этому эксперименту Шиян понял, что для правильной работы поля высвобожденное количество обоих типов энергии должно быть сбалансировано. Если количество одной энергии будет больше другой, то это лишь ослабит поле. Только найдя баланс между энергиями, можно высвободить весь потенциал поля. В последние дни Шиян посвятил всего себя двум навыкам: убийственные пальцы и гравитационное поле. Он тренировался почти все время. После месяца мучений он добился значительного прогресса в убийственных пальцах. Теперь он может стоять на каждом пальце 15 минут. Его пальцы становились все тверже и даже издавали звук металла после удара в режиме окаменения. Когда он заканчивал тренировку убийственных пальцев, то сразу же приступал к гравитационному полю. Он не тратил все свои силы на поле, а просто использовал по чуть-чуть каждого типа энергии для полного изучения гравитационного поля. Хоть размер поля был маленьким, но действовал так же, как и большое. После многократного использования гравитационного поля он многое о нем узнал. Чем больше он изучал гравитационное поле, тем более глубокое понимание этого навыка он получал. В нем было скрыто много истин. Просто изучая этот навык, Шиян также получал некое представление о законах Вселенной. Сидя скрестив ноги, Шиян глубоко задумался. Храк, дверь гравитационной комнаты открылась. Ханжун зашел в комнату и сказал: «Брат Ян, глава семьи попросил проводить тебя в гостиную». «Гостиную?» Шиян нахмурился. «Он же запретил мне покидать гравитационную комнату». «Пришел важный гость. Цзосю пришел с Цзоши», — объяснил Ханжун, стоя у двери. «Цзосю провожает Цзоши к ее учителю, Чися, в облачные горы. Мимоходом они заскочили к нам в гости, чтобы обсудить предстоящий турнир». Семья Цзо была одной из 5 крупнейших семей торгового союза, равная по силе семье Ши. Семья Цзо обладает боевым духом тени. Он создает клона. Многие сильные воины семьи могут создавать по 7-8 клонов. Эти клоны могут свободно двигаться и выполнять различные действия. Член семьи Цзо, обладающий духом тени, будет находиться в выгодной позиции с самого начала боя. Противник атакует по ошибке клона, что позволяет воину Цзо совершить легкое убийство. Боевой дух тени хорош не только в бою, но и при побеге. Если воин Цзо в опасности, он может создать несколько клонов и направить их в разные направления. Если противник один, то он выберет одно направление и последует за клоном. Как только он догонит клона, то поймет, что его провели, но настоящее тело будет уже далеко. Если противнику повезло и он побежал за реальным телом,
то можно создать еще клонов и заставить противника бежать за одним из них. Противник быстрее помрет, чем отличить реальное тело от клона во время преследования. Хорошо. Небрежно кивнул Шиян, поднялся с пола и вышел из гравитационной комнаты. Пошли. И, брат Ян, ты не собираешься принять сперва ванну? Ханжун прикрыл нос одной рукой, а другой отмахивался. От тебя воняет. Неа. Я все равно быстро сюда вернусь. Ты не хочешь оставить Цзуши хорошее впечатление о себе? Ханжун посмотрел на него со странным выражением лица. Цзуши известна своим талантом в торговом союзе. Тянься, Тяньлау и другие молодые парни давно вертятся вокруг нее. Ты не хочешь произвести на нее впечатление? Цзуши? Яркая вспышка мелькнула в голове Шияна. Неожиданно он почувствовал легкую горечь в сердце. Ну, есть кое-что между мной и этой девушкой. Точно. Ханжун ухмыльнулся. Вы родились в один день. Твой дед и Цзусю почти обручили вас, но на третий день после рождения дух Цзуши пробудился, а твой нет. Хаймым, тогда обе стороны решили забыть о помолвке. Ханжун помолчал немного и вздохнул. Это вполне естественно. Цзуши сразу пробудила свой дух, а ты нет. Это означало, что ты не будешь успешен, как воин. Семья Цзо не позволила бы выйти замуж Цзуши за обычного человека. Да и семья Ши не могла воспользоваться этим. Такие дела. Шиян был разбужен от воспоминаний речью Ханжуна. Стоя на месте, Шиян медленно перебирал фрагменты памяти. Тот парень, оказывается, был сентиментальным. Цзуши невероятно талантлива и умна, но слишком ленива. Ее чуть ли не пинками заставляли работать. Тем не менее, в 17 лет она на втором небе человеческой сферы. Еще одно чудо торгового союза. Ханжун вздохнул и покачал головой. Эта сволочь Цебе Минг потом и кровью добился второго неба человеческой сферы в 17, а Цзуши дурачилась и спала почти все время. Я думаю, она талантливее Цебе Минга. Шиян лишь молча хмурился. Он чувствовал небольшую печаль в сердце от одного упоминания про Цзуши. Покопавшись немного в памяти, Шиян обнаружил, что предыдущий хозяин тела был влюблен в Цзуши. Цзуши была очень ленива. Она не любила тренировки, но любила искусство, природу, чайные церемонии, астрологию и т.д. Ее увлечения были разнообразны. Она почти не тренировалась, но с легкостью достигла второго неба человеческой сферы. Кроме удивительного таланта, она была очень красива. Предыдущий хозяин тела влюбился в нее с первого взгляда, но не мог ей признаться, так как знал, что с его нулевым талантом он ей не пара. Типичная безответная любовь. Ну, после недолгих раздумий Шиян улыбнулся. Так эта девчонка – гений? Безусловно. Ханжун кивнул. Иначе Чисиас Облачных Гора не взялся бы за ее обучение 3 года назад. Чисиас – эксперт небесной сферы, таких очень мало как в торговом союзе, так и в империи Огня и Божественного Благословения. Поговаривают, что он даже надрал задницу Шань Беймингу. Угу. Равнодушно кивнул Шиян. Ну так мы идем? И ты все-таки так пойдешь? Не хочешь нормально одеться? Ханжун горько улыбнулся. А зачем? Она имеет защиту Чисиас и Цзусю. Да и поклонников у нее уйма, так что вряд ли у меня будут шансы. Не хочу тратить время. Глава 54. Цзуши перед гостиной был сад среднего размера, содержащий в себе все виды редких растений. Были даже цветы, цветущие круглый год. Как только Шиян вошел в сад, он увидел Цзуши, окруженную несколькими парнями. На фоне цветущих цветов Цзуши выглядела очень красиво. Ее фарфоровая кожа сияла от солнечного света. Маленькое, тонкое лицо украшали 2 больших глаза, похожие на кристаллы. Хоть Шиян знал, что Цзуши красивая, но все равно был поражен, увидев ее. Цзуши так же красива, как Му Юде, но повыше ростом и с более сексуальными ногами. Молодые парни окружили Цзуши, как звезды луну. Цзуши держала лейку и неторопливо поливала цветы, хотя ее глаза выражали некую беспомощность. Кажется, ей не нравилось такое внимание. Шиян посмотрел на нее и отвернулся. Он вышел на центральную дорожку сада и направился прямо в гостиную. Шиян, одни из молодых парней, окружающих Цзуши, окликнул Шияна. Да, брат? Шиян обернулся и спросил. Где ты пропадал все эти дни? Я слышал, что ты вернулся несколько месяцев назад. Но почему я не видел тебя? Ши Тянься тихонько крикнул и помахал Шияну. Шиян, маленькая Ши имеет кусок черепашьего панциря со странными надписями. Ты же эксперт в этих штуках, да? Можешь подойти и помочь нам? Цзуши стало немного интересно,
После услышанного, ее кристально чистые глаза смотрели на Шияна. «Сейчас не могу. Большой дедушка попросил меня зайти к нему. Позже поговорим». Шиян сказал это равнодушно и без колебаний направился в сторону гостиной. Хаймым. Шитяньсия был поражен. Он улыбнулся и сказал: «Шиян плохо воспитан, неразговорчив и не занимается боевыми искусствами. Все время бегает по разным местам. Даже я не знаю, что он делает. Не волнуйся, я заставлю его прочитать для тебя». Глаза Цзуши заблестели с подозрением. Она смотрела на спину Шияна и спросила: «Он не занимается боевыми искусствами? Тогда почему его уровень культивации выше твоего?» «Чё-чё?» Шитяньсия был потрясен и быстро спросил: «Маленькая Ши, ты ведь шутишь? Он ни секунды своей жизни за 17 лет не потратил на боевые искусства. Культивирование?» На красивом лице Цзуши также появилось небольшое удивление. Он ни разу не тренировался, но достиг третьего неба сферы зарождения. «Тот старик научил меня волшебному глазу. С его помощью я могу увидеть уровень культивации человека слабее меня. Моя оценка должна быть верной». Третье небо сферы зарождения. Шитяньсия быстро качал головой и чуть ли не кричал: «Нет, это невозможно». Он даже к книгам по боевым искусствам не притрагивался. «Как можно добраться до третьего неба сферы зарождения за одну ночь? Не говори глупостей». Видя его реакцию, Цзуши лишь покачала головой и пошла дальше с Лейкой, не говоря больше ни слова. «Большой дедушка, ты звал?» Войдя в гостиную, Шиян сперва поклонился Шицзяню, Ханфиню и Цзусю, а затем спросил. Шицзян кивнул, потом схватил руку Шияна и подтянул его к Цзусю. «Брат Цзо, обследуй паренька и скажи, насколько хорош его боевой дух». «Семья Цзо собрала множество книг по боевым духам, ты знаешь о них больше меня, так что полагаюсь на тебя». Цзусю выглядел на 60 лет. Короткие седые волосы свисали с двух сторон лба. Он не выглядел высокомерным или гордым, но излучал ауру мудрости. Он был больше похож на школьного учителя, чем на главу семьи. Шицзян и Цзусю были лучшими друзьями, а семьи Ши и Цзо давние союзники. Так что новости о Шияне могут быть секретом для многих членов семьи, но не для Цзусю. Цзусю слегка нахмурился, но затем вытянул свою руку, сположил ее на запястье Шияна и сказал, используя окаменение. Шиян сделал, как и просил Цзусю. Внезапно, тысячи нитей энергии стали вливаться в его руку. Эти нити распространили по всему телу Шияна, но не причиняли ему боль, лишь небольшой зуд. Нити энергии прошлись по каждой части его тела и вышли из него через то же запястье. Цзусю опустил руку и нахмурился. После долгого молчания он сказал: «Ничего странного». Шицзян говорил очень радостным голосом: «Ты говоришь, что у этого мальчика нормальный боевой дух и сможет улучшать его в будущем?» «Сможет». Цзусю помолчал некоторое время, а затем спросил со странным выражением лица: «Брат, у него же еще один дух?» «Уже понял». Шицзян уже не мог держать себя в руках и засмеялся: «Брат Цзо, ты просто нечто». «Да, у него еще один дух в теле, со способностью регенерации. Ха-ха. Я собирался потом тебе сказать, но ты меня опередил». Глаза Цзусю слегка блеснули, а затем он радостно кивнул: «Поздравляю, брат. Тебя тоже, ха-ха». Шицзян продолжал смеяться: «Твоя маленькая девчонка достигла второго неба человеческой сферы. Даже старик Чися захотел учить ее. Уверен, она с легкостью трет нос тому парню из семьи Бейминг». Цзусю горько улыбнулся: «Лень этой девчонке равна таланту. Только кнутом заставляю ее тренироваться. Уровень ее культивации был бы намного выше, проложи она столько же усилий, как и Цзубейминг». Цзусю с гордостью заговорил о таланте Цзуши: «Твоя девчонка развивается быстро, но скорость развития Шияна еще быстрее. Он достиг третьего неба сферы зарождения за ужасно короткое время. Я за всю жизнь не видел такой скорости», — с улыбкой говорил Шицзян. Глаза Цзусю снова блеснули. Он кивнул головой: «Два боевых духа, это уже удивительно. Похоже, на предстоящем турнире семья Ши будет победителем». «Конечно», — Шицзян громко сказал, — «я закрыл этого парня в гравитационной комнате для того, чтобы устроить сюрприз семье Мо. Брат, помимо того, что Шиян обладает двумя духами, его дух окаменения уже на второй стадии». Цзусю помолчал немного и сказал: «Насколько я знаю, есть небольшая вероятность того, что два духа станут сильнее. Зачастую духи просто подавляют друг друга, но похоже, его духи идеально сочетаются, и это помогло духу окаменения достичь второй стадии еще в сфере зарождения. Шияну очень повезло». «Да, этот парень действительно удачлив», — Шицзян кивнул с широкой улыбкой. Затем два старика начали говорить о всяких пустяках и, кажется, забыли про Шияна, стоящего рядом с ними. «Можно я уже вернусь в гравитационную комнату?» — беспомощно сказал Шиян. «А, дойди и не ленись», — строго сказал Шицзян. «А точно, ты же знаком с древними письменами, так?» Цзусю вспомнил
вспомнил что-то и сказал: «Маленькая Ши нашла кусок черепашьего панциря со странными надписями. Помоги ей перевести их, если встретишь ее». Хорошо. Глава 55. Чудик в саду перед гостиной. Несколько молодых парней из семьи Ши подлизывались к Цзуши. На любой ее вопрос они отвечали быстро. Одни были из отдельных ветвей семьи Ши, а другие были прямыми потомками, как Ши Тянь Лао и Ши Тянь Ся. Проходя медленно среди душистых цветов, Цзуши трясла лейкой, поливая их. Ши Ян, выйдя из гостиной, подумал немного, а затем направился к Цзуши. Подойдя к ней, он вытянул руку и сказал: «Покажи мне черепаший панцирь». Вот дебил. Теперь он хочет сделать что-то для маленькой Ши. «Где ты был раньше?» — недовольно проворчал Ши Тянь Ся. «Большой дедушка хотел поговорить со мной», — равнодушно сказал Ши Ян. «Я обещаю ему, что помогу Цзуши с панцирем. У нас разные намерения». «Разные намерения?» — Ши Тянь Ся смутился. Внезапно он прикрыл нос рукой и вскрикнул: «Ши Ян, что за вонь?» От Ши Яна веяло сильным кислым запахом. Сперва толпа не заметили запаха, так как были слишком заняты подлизыванием к Цзуши, но из-за крика Ши Тянь Ся они обратили внимание и, закрыв нос руками и ворчать на Ши Яна. Неожиданно, но девушка не сделала шаг назад и не закрыла нос. По-видимому, этот запах ее не волновал. Цзуши смотрела на Ши Яна в недоумении. Любой молодой парень прихорашивался перед встречей с ней. Они даже использовали дорогие духи, чтобы оставить хорошее впечатление. Но этот парень был другим. Он носил потрепанный халат и источал сильный запах пота, указывающий на то, что он недавно закончил тренировку. «Этому парню абсолютно плевать на меня». Цзуши немного заинтересовал Ши Ян. Хоть вся толпа отпрыгнула от Ши Яна, но Цзуши стояла на месте, что немного развеселило его. Затем он спросил: «Так где панцирь?» «Он в гостиной. Сейчас его принесу», — ответила Цзуши мягким голосом. Затем ее прекрасное тело мгновенно исчезло. Девушка двигалась со скоростью молнии. Даже Ши Ян не мог уследить за ее движениями. Толпа парней была шокирована. Они поняли, что Цзуши не только красива, но и как воин сильнее их. К этому времени Цзуши уже вернулась, чем еще больше шокировала толпу. На уход и возвращение потребовалось всего 6 секунд. Цзуши передала Ши Яну черепаший панцирь размером с тазик и сказала: «Вот, держи». Ши Ян кивнул и взял его. В этот момент его тело полетело вниз под весом панциря. Использовав Ци, он едва смог его удержать и восстановил баланс тела. Ши Ян прохрипел: «Тяжелый». Он гневно посмотрел на Цзуши, предположив, что она специально дала ему такой тяжелый панцирь, чтобы выставить дураком. Но потом заметил, что в глазах Цзуши не было злого умысла. «Я не знаю, из какого материала сделан этот панцирь, но он весит 400 килограмм», — сказала Цзуши, теребя прядь волос, не заметив гневный взгляд Ши Яна, и добавила: «Я очень удивилась, когда взяла его в руки первый раз. 400 килограмм». Ши Тянь Ся потер виски, чувствуя головную боль. Цзуши с удивительной легкостью смогла переносить такой вес. Теперь он понял, какая пропасть между ним и ею. В этот момент Ши Ян стоял прямо, держа панцирь в руках. Он верил, что Цзуши не врет. «Ши Ян, ты мудак». Ши Тянь Ся не выделялся особым талантливым, но был очень умным. Он смог вовремя замолчать, прежде чем сказать шокирующую новость о Ши Яне. Ши Ян не обратил на него внимания. Он стал изучать панцирь и сказал: «Это один из древнейших языков. Я не могу прочитать надписи без соответствующих книг. Идите за мной, в мой дом». Ши Ян тут же пошел, с панцирем в руках. «Хорошо». Цзуши кивнула и прошла за ним. «Старший брат, Гэм, мы пойдем за ними?» Видя, как эти двое удаляются, Ши Тянь Лао спросил со странным выражением лица. «Хаймым, хорошая идея», — сказал Ши Тянь Ся и последовал за Ши Яном. Ши Ян жил в трехэтажном каменном доме. Первый этаж был заполнен разными вещами, второй этаж был для отдыха, а третий был библиотекой. Подойдя с Цзуши к дому, Ши Ян заметил, что вся толпа парней идет за ними. Он остановился у двери и крикнул: «Мне нужна тишина, никому не входить в мой дом». Затем он открыл дверь и сказал: «Цзуши, пошли». Цзуши кивнула и пошла за ним. «Так, ты поднимайся на третий этаж, а я пока приму душ», — сказал Ши Ян и указал на лестницу. «Иди здесь». «Почему именно сейчас?» — хмыкнула Цзуши и закатила глаза. «Это не из-за тебя. Не думай о себе слишком многое, маленькая девчонка. Ты тоже. Не трать мое время. Иди уже на третий этаж. Я снимаю одежду». Без промедления Ши Ян снял с себя халат и бросил его на ближайшую вешалку, стоя в одних трусах. Он равнодушно посмотрел на Цзуши и спросил: «Ты еще здесь?» После длительных тренировок Ши Ян стала очень сильным. Каждая его мускула выделялась и выглядела очень твердой. Увидев, как Ши Ян без всяких стеснений снял одежду, Цзуши с красным лицом крикнула: «Извращенец!» и, схватив панцирь, убежала на третий этаж. «Этот парень очень даже ничего», — думала про себя Цзуши,
пока шла наверх. Третий этаж был площадью в 200 квадратных метров. Помимо книжных полок, там было много банок, бутылок и горшков, расставленных по всему этажу. Зоши взяла первую попавшуюся книгу о древней истории, но не смогла понять ее содержание. Она покачала головой и подумала: а он чудик. У Зоши были разные увлечения. Ее интересовали цветы, чайные церемонии, искусство, но ей было лень углубляться во что-то одно. Она просто переключалась на новую вещь. Книги на третьем этаже были в основном либо о древней истории, либо о древних языках. Она не была в этом заинтересована, да и считала это слишком сложным. В уме она отметила Шияна как Шизика. Вот зачем тебе знать, как древние жили, что это тебе даст? Зоши думала, что Шиян был намного дурнее ее. Глава 56. Базальтовые писания и драконья броня черепахи. Зоши надоело гулять по третьему этажу. Она села рядом с черепашьим панцирем и ждала Шияна. Через полчаса Шиян медленно поднялся на этаж. Он был одет в светло-зеленый длинный халат, в котором он выглядел очень красиво. Зоши лишь раз взглянула на него, а затем быстро перевела взгляд на панцирь и сказала: раз ты закончил, то приступай к делу быстрее, я и так долго ждала. Зоши видела много красивых мужчин, да и в семье Цзо каждый мужчина был красив. Таким образом, у Зоши был некий иммунитет на красавчиков. Но ты же заставляла людей ждать тебя и не раз. Если ты никого не ждала, как можешь знать, насколько это трудно? Усмехнулся Шиян и подошел к одной из полок с книгами. Он проходил вдоль нее и одновременно рылся в памяти. Достав большую старую книгу, он развернулся и пошел к Зоши. Зоши удивленно посмотрела на него, взглянула на него. Она кивнула и сказала: да, ты прав, я никогда никого не ждала. Все ждали только меня. Так вот каково это, когда ожидаешь кого-то, но почему они не возмущались, когда я приходила, а лишь улыбались? Потому что ничтожество, тупо брякнул Шиян. Ха. Зоши улыбнулась и сказала Шияну: ты слишком злой. И почему же они ничтожество? Я думаю, тебе стоит поменять имя с Цзо Ци на Цзо Син Син. Почему? Так вроде называют детей, которым чего-то не хватает. Имя Джаосин, золото, означает недостаток богатства, Ваньмя, поток вода, именно поэтому тебя должны звать Цзо Син Син. Сам ты тупой, козел. Так ты считаешь, что не тупо? Равнодушно сказал Шиян, только тупой не догадается, о чем они думали. Они хотели лишь польстить тебе, поэтому не показывали своего недовольства. Все эти люди поступали ничтожно, а как получали то, что хотели, поступали еще более отвратительно. Это ты про себя? Зоши, улыбаясь, смотрела на него сияющими глазами. Кахаем, это про нормальных людей, я же другой, беззаботно сказал Шиян. Затем он пододвинулся поближе к панцирю и быстро перелистывал книгу. Иногда он задерживался на некоторых страницах. На панцире размером с тазик было начертано 8 древних знаков, но казалось, эти знаки не были кем-то вырезаны, а были естественно сформированы на панцире. 8 древних знаков располагались в 2 ряда. При касании от каждого знака исходил холод. Шиян водил правой рукой по надписям, а левой листал страницы книги. Иногда он морщился, иногда его глаза сияли, а на лице появлялась улыбка, когда он понимал значение символа. Он был так сосредоточен на расшифровании, что полностью игнорировал красавицу рядом с собой. Зоши, сидя на коленях, смотрела на лицо Шияна и изучала каждое изменение его лица. Когда Шиян концентрировался на чем-то, то излучал некое очарование. Зоши восхищалась про себя, хоть он и напыщен, но серьезно относиться к работе. Шелест, шелест. В комнате раздавался лишь звук перевернутых страниц. Зоши тихо сидел рядом с Шияном. Спустя некоторое время Шиян захлопнул книгу со словами: готово. Что там написано? Восхищенно спросила Зоши. Драконья броня черепахи. Базальтовое писание. Грубо сказал Шиян. Ой. Зоши удивленно прошептала: надписи засветились от твоего голоса. Шиян также был удивлен. Он посмотрел на надписи, испускающие темно-зеленый свет. Казалось, 8 символов обрели жизнь. Шиян и Зоши были шокированы. Посияв, 8 символов изменили форму. Сам панцирь еще мерцал зеленым светом. Аура панциря заставила весь воздух в комнате потяжелеть, что затруднило дыхание Шияна и Зоши. Зоши, я останусь здесь, а ты беги в гостиную и позови наших дедов. Сейчас же, крикнул Шиян. Да, хоть Зоши и была шокирована этими изменениями панциря,
но не стала колебаться. Ее фигура мгновенно исчезла. Шиян тем временем смотрел на панцирь. Глядя на панцирь, Шиян ощутил его желание дотронуться до него. Он потянул руку к панцирю. В миллиметрах от панциря он остановился. «Нет, этот панцирь принадлежит Зоши, я не должен с ним ничего делать». Думая об этом, Шиян сделал несколько шагов назад. Через мгновение, Зоши, Зосю и Шицзян прибежали в комнату и окружили панцирь. Вот что было. Шиян вкратце описал ситуацию. Ключ к панцирю, прикосновение руки. Стоит только его коснуться сейчас и можно узнать его секреты. Так как маленькая Ши принесла его, то и прикоснуться к нему следует лишь ей. «Это опасно?» – спросил Зоши. «Не думаю». Немного поколебавшись, сказал Шиян. «Я сказал это не думая о безопасности, а по праву владения». «Так ты говоришь, что мы можем попробовать?» Зосю очевидно был заинтересован этими драконьим панцирем черепахи и базальтовыми писаниями. «Конечно, можете попробовать», – ухмыльнулся Шиян и добавил. «Дедушка Цзо, если вы беспокоитесь Зоши, то можете дать прикоснуться кому-нибудь другому. Я сделаю это». Зоши коснулась панциря. Бум. Звук взрыва раздался из панциря. 5 тонких игл вонзились в каждый палец Зоши и исчезли. Кровь потекла из пальцев Зоши прямо на панцирь. Панцирь вспыхнул зеленым ослепительным светом. 8 символов образовали пучок зеленого света и влетели в голову Зоши. Глава 57. В моих руках. Пп-англ. Фрагмент картины из прошлых глав был заменен на фрагмент карты в каменном доме. Зосю и Шицзян с блеском в глазах смотрели на Зоши. Зосю был самым возбужденным в этот момент. Он сжал пальцы вместе, а уголки его губ иногда дергались. Зоши была будущей надеждой семьи Цзо. Будет ли семья Цзо самой влиятельной или же продолжит поддерживать свой статус в бизнесе, связано с тем, насколько сильной станет Зоши. Если силы Зоши возрастут, то и влияние семьи Цзо также возрастет. Если же она была слаба, то и семья ослабнет. Было бесчисленное количество семей, чье влияние возрастало или падало, в зависимости от силы преемника. Именно поэтому Шань Бейминг приставил Инькуя и Цзюшаня к Цэ Беймингу. Будущее семьи Бейминг зависело от его сына, и он не могли позволить, чтобы что-то случилось с ним. Шиян равнодушно стоял и наблюдал за реакцией Цзосю. Наблюдая изменения в поведении Цзосю, Шиян понял, что Цзоши была главным сокровищем семьи Цзо. В будущем она будет очень влиятельной фигурой. Зеленые символы влетели в тело Цзоши и растворились. В этот момент глаза Цзоши были закрыты и слабый зеленый свет покрывал ее красивое лицо. 5 крошечных светящихся точек образовались на ее лице, вошли в голову и стали сливаться с памятью. Цзосю чуть не вскрикнул и дернулся. Он инстинктивно хотел защитить Цзоши от возможной опасности. «Стоять!» Шиян шагнул вперед и, остановив Цзосю, сказал: «Все в порядке, дедушка Цзо, не напрягайтесь так». Цзосю на секунду задумался, а затем взглянул на Шияна. «Ты в этом уверен?» «Да, ничего с ней не случится», — уверенно кивнул Шиян. «Маленькие странные огни сливаются с ее памятью. Если я правильно предположил, то они так отпечатывают способ культивирования базальтового писания. В ее памяти происходило что-то подобное, когда Шиян получил ярость из кровавого кольца. Тогда также несколько огоньков вылетели из кровавого кольца и отпечатали формулу культивирования в памяти. Имея такой опыт, он не беспокоился от Зоши. «Гаденыш, это дело очень серьезно», — сказал Шицзян с суровым лицом. Шицзян не был уверен в плане Шияна и боялся, что Зоши пострадает. Если это произойдет, то семья Цзо станет их врагами. С тех пор, как Чися связался с Цзоши, семья Цзо получила влияние, способное противостоять семье Бейминг. Для семьи Ши иметь такого союзника было выгодно, и неважно, будут они против семьи Мо или Бейминг. Шицзян не хотел стать врагом семьи Цзо. «Все хорошо, маленькая Ши определенно будет в порядке. Просто расслабьтесь», — сказал Шиян. «Поздравляю, дедушка Цзо, на этот раз Цзоши получила нечто ценное, вам остается лишь порадоваться». «Вот гаденыш». Слышав слова Шияна, Зосю расслабился и рассмеялся. «Если будет так, как ты сказал, то я буду тебе должен». «Дедушка, вы действительно должны ему большую услугу». Зоши внезапно открыла глаза и, улыбаясь, сказала: «Эти огоньки были информацией о культивировании базальтового писания. Теперь в моей голове есть метод культивации базальтового писания. Какой уровень у навыка?» Зосю был так взволнован, что чуть ли не прыгал. Зоши покачала головой: «Я не знаю. Все, что я знаю о базальтовом писании, это только способ культивации. Про уровень навыка ничего нет. Письмена на панцире очень древние. Это должно быть доисторический боевой навык. В те времена воины не заботились о оценке и классификации навыков». Шиян улыбнулся и равнодушно сказал:
но эти навыки очень мощные. Зоши невероятно повезло, ха-ха. Зосю засмеялся и похлопал по плечу Шияна, мелкий негодник, даже я не мог что-то сделать. У Семиши такой умный ребенок, зачем вам беспокоиться о своем будущем? Глаза Шицзяня оживились, и он посмотрел на Шияна, думая о чем-то, на его лице появилась улыбка. Треск-треск-треск. Как только Цзоши убрала руку с панциря, он распался на части. Эти части стали тонкими и сияли зеленым светом. Одна часть стала приобретать форму головы дракона, а другая форму тела черепахи. Они выглядели как пара наплечников и казались странными. Рядом с броней лежали три таблетки, размером с грецкий орех, и сияли зеленым светом. Эти таблетки имели форму странного животного, голова была как у дракона, но тело было от черепахи и выглядели так, будто были живыми. Свежий аромат лекарств наполнил комнату. Запах был очень сильным. Это три таблетки драконьей черепахи, они помогут с культивацией базальтового писания. А это комплект брони драконьей черепахи, у нее высокая защита, сказала Цзуши и взяла три таблетки. Эти таблетки мне очень нужны. Трех будет как раз достаточно, чтобы начать культивировать базальтовое писание. Выражение лица Цзосю стало еще более радостным. Он даже захлопал в ладоши, радостно смеясь. Шицзян же немного погрустнел. Видя, как Цзоши взяла таблетки, он не сдержался и пробормотал: Шиян очень помог. Он может взять броню драконьей черепахи. Цзоши пнула броню и усмехнулась. Я не хочу носить эту тяжеленную хрень черепахи. Пусть делает с ней что угодно. Шицзян в нетерпении уставился на Шияна, призывая взять броню. А это нормально? Все же они из одного набора, говорил Цзосю, скрипя зубами. Хоть ему нравился Шиян, но он не хотел отдавать кому-то броню. Шиян покачал головой. Не хочу. У Семиши есть боевой дух, специализирующийся на защите. Я не хочу мучиться с этой тяжеленной броней. Ты. Шицзян топнул ногой и крикнул: неблагодарный. Раз ты не хочешь ее носить, так мог бы дать кому-нибудь другому. Идиот. Шицзян мысленно его ругал. Малец, я тебя люблю. Засмеялся Цзосю и пошевелил бровями. Это не значит, что я не хочу его поблагодарить, просто он отказался. Так что не ворчи на меня. Произнося это, он подбирал броню с широкой улыбкой. Дедушка, если ты наденешь эту броню, то не станешь ли похожим на старую черепаху? Хихикнула Цзоши. А девочка права. Брат Цзо, почему бы тебе не примерить броню? Спросил Шицзян. Как непочтительно. Избалованный ребенок, хватит говорить всякую ерунду. Сказал это Цзосю и впился гневным взглядом в Цзоши. Если ты продолжишь говорить всякую ерунду, то я оставлю тебя подольше с Чися, и ты помрешь с ним от скуки. Я больше не буду. Цзоши показала язык. Кахаем-кахаем, брат, нам пора идти, сказал Цзосю, улыбаясь. Не волнуйся, наши люди патрулируют темный лес. Если будет что-то известно о Кару, то я сразу же скажу об этом тебе. Вздох. Хоть я и с трудом верю, что Кару со своими силенками смог украсть фрагмент карты у Мусюня. А теперь и в туманном павильоне продают еще одну часть карты. Если кто-то получит эти две части, то он сможет отыскать небесные врата без каких-либо проблем. С мрачным лицом сказал Шицзян. Мастер Кару? Шиян, нахмурившись, прошептал что-то себе под нос, а затем спросил: Кару, это алхимик 5 категории смертного уровня? Хаймым, ты знаешь о нем? Спросил Цзосю. Он так важен? Шиян лишь спросил в ответ. Сам он не важен. У него находится фрагмент карты небесных врат. Она крайне важна, сказал Цзосю. Я давным-давно его прикончил, Хаймым. А часть карты в моих руках. Что? Цзосю, Шицзян и Цзоши шокированно крикнули и уставились на него. Глава 58. План в гравитационной комнате. Из мешка в углу Шиян достал кусок желтой, потрепанной картины и протянул его Шицзяню. Вот это он. Шицзян, Цзосю и Цзоши смотрели на него с подозрением. Шицзян взял кусок карты и начал тщательно проверять его. В этот момент его глаза засветились. Эта карта не выглядит поддельной. Она довольно старая, и некоторые узоры размылись. Дай-ка посмотреть. Цзосю быстро выхватил фрагмент карты. Как только он коснулся ее, он крикнул: это не может быть подделкой. В семье Цзо есть бумага из кожи демонических зверей с далеких времен. Это Янинь и потрепанность, они очень схожи. Расскажи, что произошло между тобой и Кару и сколько человек об этом знают, строго сказал Шицзян с блестящими глазами. Ты действительно странная личность. Глаза Цзоши также были сосредоточены на Шияне. Она еще больше им заинтересовалась. Ну, дело в том, под серьезными взглядами Цзосю и Шицзяня, Шиян рассказал, как получил фрагмент и как сбежал из пещеры. Так семья Мо тоже знает об этом? Помолчав немного, Цзосю усмехнулся. А я еще думал, почему столько людей из семьи Мо рыскали в тихом городе. Они искали тебя. Семья Мо. Шицзян гневно взревел. Хорошо, что с Шияном все было в порядке. Если бы они ранили его,
что я уничтожил бы Мотуа, даже ценой своей жизни. Семья Мо сделала слишком много злых вещей. Пора преподать им урок. Муиуде и Диелан забрал Цебе и Минг. Они знают, кто ты такой? Нет, ни Муиуде, ни Диелан, ни люди семьи Мо не знают, кто я такой. Двум девчонкам я назвался Диньяном. Молодец, не забыл про осторожность, иначе были бы проблемы. Похвалил Цзусю. Теперь, когда у нас есть одна половина карты, мы должны заполучить другую. Сурово сказал Ши Цзян. Брат Цзо, мы обязаны рискнуть. Как только получим вторую половину, то две семьи смогут отправиться на поиски сокровищ в божественную область. Прищурив глаза, Цзусю задумался. Затем он сказал, в туманном павильоне много экспертов. Мы должны составить хороший план, если хотим получить карту. Помолчав немного, он добавил, я напишу Чися, с ним нам будет безопасней. В конце концов, Шаньбе и Минг тоже ищет карту. Отлично, с Чися у нас появится больше шансов, радостно сказал Ши Цзян. Чися был учителем Цзуши, воин небесной сферы, как он, пригодился бы альянсу из двух семей города Тяньян. Да и поход в божественную область небезопасное занятие, там множество опасностей, с ним будет гораздо спокойнее. Но самое главное, Чися был один. Неважно, насколько он был жадным, все равно не сможет обладать божественной областью в одиночку. Парень, лучше тебе не появляться на турнире этого года. Помолчав немного, сказал Цзусю, если семья Мо тебя узнает, то они поймут, что у нас есть одна часть карты, а когда будет украдена вторая, то на наши семьи нападут все. Ну это... Ши Цзян немного поколебался и кивнул. Хаймым, хорошо, ради небесных врат мы сделаем это. Не обязательно ему совсем не участвовать. Можно просто изменить его лицо, и тогда никто не узнает, что это тот мальчик, убивший Кару. Улыбаясь, предложила Цзуши. Отличная идея. Сузив глаза, Ши Цзян посмотрел на Ши Яна. Его телосложение сильно изменилось за эти месяцы, и если нанести немного макияжа, то никто его не узнает, и лучше действовать во время турнира. Хан Жун сказал, что Туманный павильон также пошлет на турнир несколько экспертов. В это время как раз можно послать группу во главе с Чися и обокрасть торговый павильон, но и отвести от себя подозрения. Ши Ян сказал, подумав немного, начать действовать в разгаре турнира. Цзусю что-то прошептал, а затем громко сказал, отличная идея. Пошлем людей во время турнира. Тогда никто нас не заподозрит в ограблении. Хаймым, с Чися мы будем иметь где-то процентов 80 на успех. А Чися точно нам поможет? Спросил Ши Цзян. Не волнуйся, он тоже заинтересован в небесных вратах, так что примчится с облачных гор сразу, как получит письмо. Цзусю не волновался вообще, я хорошо его знаю. Его до жути привлекают неизвестные вещи. Тогда решено. Ши Цзян забрал у Цзусю половину карты и положил ее в карман. Брат Цзо, вам пора возвращаться и начать приготовление. Я буду ждать Чися со второй половиной. Ха-ха-ха. Идет. Цзусю кивнул и обратился к Цзуши. Идем, нам нужно подготовиться. Картина пока побудет у меня, а ты продолжишь тренировки. Завтра я найду кого-нибудь, чтобы изменить твою внешность. Ты должен выбить все дерьмо из воинов Мо, крикнул Ши Цзян. Хорошо. В семье Мо, Мотуа прогуливался возле громового дворца с жестоким лицом. Возле него стояли Мо Чиаги и Мо Иню. На симпатичном лице Мо Иню была горечь. Она вместе с Мо Чиаги держала головы опущенными. Почему вы не смогли его найти? Вы настолько бесполезны? Вы не можете даже поймать мальчишку. У нас дохрена людей в каждом городе. Они что, могут только жрать наши ресурсы, да воздух портить? Мотуа неистово вопил на Мо Иню и Мо Чиаге. Вы двое, вы столько проблем создали из-за такого маленького пустяка. Вы хуже мух. Отец, мои люди обыскивали тихий город без отдыха, да и торговый союз слишком огромен. Кто знает, где сейчас этот мальчик? Я сделал все, что мог. Бесполезные, все бесполезные. Мотуа рассылал проклятия еще 10 минут. Беспомощно вздохнув, он сказал, похоже, придется лично наведаться в семью Бейминг. Отец, мы же ничего не получим, если семья Бейминг об этом узнает. У тебя есть идеи получше? Сейчас Мотуа был похож на разгневанного монстра. Ты думаешь, я хочу идти туда? Единственное, кто может знать, где сейчас этот пацан, Муиуде, и она у Шань Бейминга. Ты думаешь, я бы пошел, если бы вы не были такими бесполезными? Срань. Прости, отец, это все моя вина. Мо Чиаги сказал, не поднимая голову. Он перевел взгляд на Мо Иню и прошептал, лучше бы тебе выиграть предстоящий турнир, иначе я больше не смогу тебе помочь. Мо Иню кивнула, на ее лице был страх. В семье Бейминг, в центре искусственного озера, был островок среднего размера, покрытый бамбуковыми зданиями. В одном из зданий сидела Муиуде и играла на цитре. Мелодия цитры привлекала птиц. Они слетались со всего озера
и отказывались улетать. Диелан тренировалась в саду. Она размахивала длинным мечом, покрытым голубым огнем. На берегу озера каждый воин впился в нее взглядом. «Сестра Лан, как тебе меч огненного покрова?» Закончив игру на цитре, Муиуде подошла к Диелан и улыбнулась. «Семья Бейминг славится своими оружейными мастерами. Даже в Империи Огня нет таких мастеров. Этот меч помогает мне использовать свои силы на полную. Его даже можно усилить моим синим магическим огнем». Диелан была очень довольна новым оружием. «Итак, ты все еще сожалеешь, что пошла со мной?» «Увы». Диелан покачала головой, но его образ все еще был в ее голове. Она улыбнулась. «Бесполезно сейчас об этом говорить. Я боюсь, что больше не увижу его, но ради мести я должна это сделать. Я просто не могу». «Не можешь отпустить?» «Да, иногда я тоже скучаю по нему». Муиуде вздохнула. «Я чувствую, что должна ему, но что я могу сделать? Мы две девушки, потерявшие все. Мы должны быть более реалистичны и прибиться к влиятельным людям. Или ты хочешь прожить никчемную жизнь?» «Он не такой, как все. Иногда мне кажется, что он даже старше Цебейминга. Будь у него достаточно ресурсов, он не был бы хуже других. Но у него ничего нет. Так как он не имеет семьи, то будет развиваться слишком долго. Мы не можем ждать. Я знаю. Именно поэтому я здесь, а не с ним. Мисс Му, глава семьи просит вас и мисс Диелан пройти в ледяной павильон. У него к вам важный разговор», — крикнул один из воинов. «Хорошо». Муиуди ответила и нахмурилась, что он хочет спросить. «Раньше он делал вид, что нас нет в семье Бейминг. Все это очень странно. Он хочет поговорить насчет брака с Цебеймингом», — предположила Диелан. «Я не выйду за Цебейминга, пока он не поможет мне отомстить», — хмыкнула Муиуде. «Я пришла к семье Бейминг ради мести. К нему я вообще ничего не чувствую. Даже если я когда-нибудь полюблю его, то все равно уеду, рано или поздно». ХМПФ, глава 59. Забавная ситуация. Семья Бейминг, ледяной павильон. Ледяной павильон был построен из ледяного камня. Этот камень излучает холодную энергию. Она была настолько сильной, что даже в жаркий день можно было почувствовать холод на расстоянии пары метров. Ледяной павильон состоял из 9 этажей, каждый был в высоту около 30 метров. Окруженный морозным воздухом, он был похож на горную вершину. Большую часть времени Шань Бейминг проводил в нем за тренировкой. У семьи Бейминг был боевой дух ледяного пламени, невероятно холодный огонь. Культивация в ледяном павильоне усиливала этот дух. Шань Бейминг почти всегда находился в ледяном павильоне и покидал его только по серьезным вопросам. Если кто-то хотел его видеть, то ему приходилось испытывать холод ледяного павильона. Шань Бейминга никогда не заботило состояние его посетителей. Чем выше вы поднимаетесь, тем сильнее становился холод. Лишь небольшое число прямых потомков семьи могло выдержать адский холод и подняться выше 4-го этажа. Были даже те, кто замерзал в павильоне на смерть. На 6-м этаже павильона среди столбов сидел Шань Бейминг, окутанный морозной энергией. На всех столбах на 6-го этажа горело ледяное пламя. Мотуа сидел с наморщенным лицом напротив Шань Бейминга. Недалеко сидел Цебейминг. Инку и Цзюсан сидели, оперевшись о столб. Их головы были опущены, будто они спали. Муиуди и Диелан поднялись на 6-й этаж в сопровождении одного воина. Морозная энергия этого этажа была в 2 раза сильнее, чем на 5-м. Две девушки дрожали от ужасного холода. Они с трудом передвигали свои конечности. «Вы здесь?» Цебейминг встал и бросил Муиуди неоднозначный взгляд. «Это мой дедушка, а это глава семьи Мо». Муиуди и Диелан с жестоким выражением лица посмотрели на Мотуа. Смерть Лоха и Хулонга была описана очень четко. Помимо участия Бернарда и Темного мира, там также была молния с неба. Как только девушки увидели Мо Чиаге, они поняли, что он тоже причастен к смерти Лоха. К сожалению, семья Мо имела большое влияние в торговом союзе, а также некоторые связи с семьей Бейминг. Цебейминг в прошлый раз прогнал Мо Чиаге криком не из желания покрасоваться перед девчонками, а потому, что не хотел лишних проблем для своей семьи. Их очень опечалило то, что главы семей Мо и Бейминг сидят вместе. Они ничего не могли сделать перед Шань Беймингом, поэтому им оставалось лишь молча гневаться. «Рады вас видеть, дедушка Шань». Муиуди и Диелан поклонились Шань Беймингу, игнорируя Мотуа. Мотуа продолжал сидеть с легкой улыбкой, не обращая внимания на такое отношение. «Я слышал, что вы столкнулись с каким-то мальчиком в темном лесу и путешествовали с ним некоторое время. Вы случаем не знаете,
Кто он? Шань Бе Минг не стал ходить вокруг да около. Сердце Му Юди ёкнуло. Немного поколебавшись, она спросила: «Это мальчик, лишь слабый воин, так зачем он дедушке Шаню? У него то, что мне нужно», — сказал Шань Бе Минг, наморщив лоб. «Ты знаешь, откуда он?» Му Юди покачала головой. «Мы случайно встретились по дороге и объединились только для безопасного передвижения по лесу. Все, что я о нем знаю, это то, что его зовут Дин Ян, и он из торгового союза». «Дин Ян», — кивнул Шань Бе Минг и, немного помолчав, спросил: «Ты не знаешь, в какой город или, хотя бы, в какой регион он шел?» «Я не знаю». Му Юди снова покачала головой. Шань Бе Минг задумался, а затем сказал: «Ладно, скоро будет турнир боевых искусств. Вы двое яйца должны сходить на него и посмотреть. Я думаю, вам будет скучно все время здесь находиться. Твой дед был когда-то мне хорошим другом, и теперь, когда его нет, я о тебе позабочусь. Не волнуйся, люди темного мира не тронут тебя в торговом союзе». «Спасибо, дедушка Шань». Глаза Му Юди стали влажными. «Каждый раз, когда я вспоминаю это, я хочу сжечь их заживо. Сотни людей моей семьи были убиты за одну ночь. Дедушка Шань, ты должен помочь мне. Ты не должна спешить с такими вещами», — сказал Шань Бе Минг и махнул рукой. «Вы можете идти. Вы и так с трудом держитесь на этом уровне». «Да». Му Юди поклонилась и ушла вместе с Диилом. Как только девушки ушли, Мотуа сказал: «Может, она скрывает правду. Будет трудно его найти, зная лишь одно имя». «Це, что ты думаешь?» Шань Бе Минг посмотрел на Це Бе Минга. «Думаю, она не врет. Но поспрашиваю ее об этом попозже. Второй фрагмент все еще в туманном павильоне, так что нам незачем спешить», — ответил Це Бе Минг. Шань Бе Минг кивнул и сказал: «Хорошо, сопровождай этих девушек, но не позволяй собой манипулировать. Я не хочу, чтобы ты стал оружием в чужих руках». «Я знаю, дедушка», — улыбнулся Це Бе Минг. «Брат Мо, тебе не стоит так беспокоиться. Я уведомлю семьи Ши и Цзо об этом Дин Яне», — сказал Шань Бе Минг. «Думаю, пять великих семей быстро найдут какого-то обычного мальца. Хаймыв, главное, не забудь составить его портрет. Так что, недолго ему осталось прятаться». «Ладно, тогда я пойду», — кивнул Мотуа и ушел. «Це, постарайся приударить за Цзо Ши из семьи Цзо. Теперь, когда ее учителем стал Чи Ся, то брак с ней будет очень выгоден», — сказал Шань Бе Минг. «Как только Мотуа ушел, ее природный талант невероятен, но она очень капризна. Если сможешь влюбить ее в себя, то даже старик Сю не будет против. Нет необходимости об этом беспокоиться», — уверенно сказал Це Бе Минг. Кивая, Шань Бе Минг продолжил: «Хоть Му Юди талантлива, но ее боевой дух музыки плохо сочетается с нашим ледяным пламенем. Но вот у Ди Йилан есть голубое магическое пламя, отличное дополнение к нашему духу. Если заведешь с ней отношения, то, вероятно, она сможет родить сильных потомков». «Не волнуйся, дедушка. Если я хочу чего-то, то всегда это получаю». «Хорошо, раз они вошли в нашу семью, то пусть они даже не подумают об уходе». В семье Цзо. Цзо Сю сидел в своей комнате и наслаждался чаем. Позади него появилась черная тень и опустилась на колено. Шань Бе Минг прислал вестника. «Он просит найти мальчишку по имени Дин Ян. Говорят, он украл что-то у его семьи. Они дадут нам 5 оружий мистического уровня за этого мальчишку». 5 оружий мистического уровня. Цзо Сю сделал глоток и улыбнулся. Шань Бе Минг как был скрягой, так им и остался. Всего за 5 мистических оружий хочет получить фрагмент карты божественных врат. Неплохо придумал. «Мастер, что нам делать?» «Искать, конечно. Пошлите людей в несколько городов и пусть ищут, но не очень усердно, и найдите какого-нибудь паренька с именем Дин Ян, только постарайтесь не вызвать подозрений». «Понял». В семье Ши. Ши Цзян также получил письмо и дико смеялся. «Ахаха, Мотуа, так ты решил прибежать к Шань Бе Мингу?» «Хмпф, ну хоть этот мелкий засранец мне не соврал, а то получили бы проблем». «Шань Бе Минг, ох, Шань Бе Минг, ты бы не поверил в то, что мой внук Ши Ян, это и есть Дин Ян. Ну раз ты его ищешь, я тебе его найду, и ни одного». «Как?» — тихо спросил Хан Финь. «Найдите несколько людей, связанных с семьей Мо, назовите их Дин Янами, да сообщите о них семье Бе Минг». «Да». Семья Бе Минг, Цзо, Мо, Ши и Линг начали искать парня с именем Дин Ян по всему торговому союзу. Кто-то тайно, кто-то открыто. За короткое время имя Дин Ян привлекло внимание многих. Все, у кого имя Дин Ян, были обречены на пленение 5 семьями. Были даже несколько людей из семьи Мо, которых специально назвали Дин Янами, отпинали до потери сознания и отправили в семью Бе Минг. Так как на носу турнир боевых искусств, много воинов стекались на него со всего континента. Самым забавным было то, что даже некоторых воинов с именем Дин Ян, приехавших из других стран для участия в турнире, связывали и доставляли к одной из 5 семей. Всего за одну ночь Дин Ян стал злодеем,
которому хотел навалять каждый, и главный виновник этого цирка, Шиян, находился в гравитационной комнате семьи Ши и десятки тысяч раз тыкал пальцами в мешки с металлической крошкой. Пунч! Шиян проткнул пальцами центр мешка и вытащил их. В этот момент его пальцы блестели, как идеально заточенные ножи. Хаймым, турнир вот-вот начнется, а с ним и штурм туманного павильона. Я как раз добился значительного прогресса в убийственных пальцах. Глава 60. Бескрайнее море в туманном павильоне. Туманный павильон не только устраивал аукционы, но и в первую очередь был магазином «Все для воинов». Он был единственным магазином в городе Тиньян. Ходят слухи, что туманный павильон снабжают воины с Бескрайнего моря. Бескрайнее море располагалось на востоке торгового союза. Бескрайнее море было усеяно множеством островов, как ночное небо звездами. Некоторые острова были даже больше Империи Огня и Империи Божественного Благословения вместе взятых. Воины с Бесконечного моря редко приезжали на материк Грыз. Эти воины были довольно сильны и имели влиятельные силы за спиной. Говорят, там даже есть воины сферы духа. В этот день у туманного павильона было множество посетителей. За прилавком стоял Кулау. Он был первого неба сферы Нирваны и работал в павильоне уже много лет. Для многих людей Кулау был управляющим туманного павильона. Но сегодня Кулау стоял у входа с несколькими людьми из туманного павильона и ждал кого-то. Время шло, уже смеркалось. Хоть Кулау и прождал весь день, его лицо оставалось спокойным. «Отец, сколько мы должны еще ждать? Кого мы ждем?» Единственный сын Кулау, Кубань, недовольно ворчал. «Этот человек слишком много о себе возомнил. Заставляет нас ждать так долго. Ребенок, ты родился в торговом союзе и не знаешь, насколько огромен мир. Ты думаешь, что семья Бейминг самая влиятельная на континенте? Да по сравнению с семьями в Бесконечном море, семья Бейминг ничто». Кулау холодно посмотрел на своего сына. «Я из Бескрайнего моря. Семья Ся послала меня сюда управлять туманным павильоном. Человека, которого мы ждем, зовут Ся Синьян из семьи Ся. Она моя госпожа. Если бы не фрагмент карты Небесных Врат, то она бы и не подумала идти сюда, преодолевая тысячи миль». «Отец, разве мы не в центре материка Грыз?» — Кубань спросил в удивлении. «Центр материка? Здесь?» — Кулау засмеялся, покачав головой. «Империя Огня, Империя Божественного Благословения и Торговый Союз находятся лишь на самой окраине материка. Как они могут быть в его центре? Запомни, материк Грыз намного больше, чем ты думаешь, а так называемые эксперты этих стран считаются низкоуровневыми воинами по всему материку». «Чего?» — Кубань не мог поверить в услышанное. Солнце уже давно скрылось за горизонт, а на его место пришла луна, но Кубань продолжал терпеливо ждать. В полночь три тени появились на длинной улице. Свет уличных фонарей делал эти тени более страшными. «Это они. Внимание, не пророните ни слова», — тихо объявил Кулау. Впереди шла стройная женщина, одетая в черный плащ, а на голове была бамбуковая шляпа, скрывающая лицо. Рядом с женщиной шли два здоровых мужика, 2 метра в высоту. Они были близнецами. У этих мужиков была темная кожа и суровая аура, но передвигались они очень быстро. «Мисс, вы наконец-то прибыли». Кулау почтительно поклонился. «Кулау ждет вас уже долгое время. Давайте сперва войдем внутрь», — раздался мелодичный голос. Эта женщина не стала больше попусту разговаривать и направилась внутрь туманного павильона. Она вела себя, как будто была здесь главной. «Да, мисс», — ответил Кулау с улыбкой и пошел за ней, чувствуя облегчение. Внутри комнаты туманного павильона женщина села на специально приготовленное кресло в центре комнаты. Двое мужчин встали позади нее. Она махнула рукой. «Кулау, останься, остальные свободны. Оставьте нас», — громко сказал Кулау и специально посмотрел на своего сына. Так как Кулау был главным в туманном павильоне, они послушались его и ушли. Затем Кулау вытащил бухгалтерскую книгу из нагрудного кармана и, протянув его женщине, сказал: «Здесь счета за последние 10 лет. Мисс, пожалуйста, проверьте». «Убери это». «Я пришла сюда не из-за счетов». Она быстро махала рукой. Затем она сняла бамбуковую шляпу. Ее лицо было прекрасно. Она слегка нахмурилась и сказала: «Покажи мне фрагмент карты». «Да». Кулау тут же вынул фрагмент карты Небесных Врат и с почтением протянул ей. Ся Синьян взяла фрагмент карты нефритовыми пальцами и, поглядев на нее, кивнула. «Хорошо, кажется, он настоящий. Мисс, также для вас, бессмертная семья Ян прислала 3 питательные пилюли и 1 кровавый кристалл. Кулау достал упомянутые вещи и протянул их Ся Синьян. «Мисс, вы получаете повреждения всякий раз, когда используете боевой дух воплощения, а с этими пилюлями вы будете более-менее в порядке». Семья Ян,
как всегда любит покрасоваться. Фыркнули Ся. Семья Ся не единственные владельцы туманного павильона. Семья Ян тоже владеет его акциями. Они не прислали человека, но отправили пилюлю. Ха-ха. Они слишком сильно мне доверяют. Ся Синьян взяла пилюли и убрала их в карман. Затем она указала на кровавый кристалл и спросила, что насчет кровавого кристалла. Семья Ян попросила найти человека. Глава семьи Ян Кинджи сказал, что его внук Ян Хай все еще жив. Использовав кровавый поиск, он ощутил его присутствие где-то здесь. Поэтому он попросил вас найти его. Три питательные пилюли – это оплата. Чего? Ся Синьян крикнула от недовольства. Хе-хе, я то думала, чего они так расщедрились. Да они просто хотят сделать из меня чернорабочего за три питательных пилюли. Слишком непочтительно. Кула удержал голову опущенной, не смея чего-либо говорить. Мисс, 50 лет назад Ян Кинджи и его свита вошли в 4-й демонический район, где его сын Ян Ся умер в сражении. Позже жена Ян Ся там же родила ребенка. В это время Ян Кинджи убил местного короля демонов. Три короля демонов из других районов объединились, чтобы убить его, и во время погони они убили его невестку. Ян Кинджи чувствовал, что скоро умрет, и, использовав кровавый побег, выкинул ребенка в искаженное пространство, ведущее из 4-го демонического района, сказал один из громил. А потом, небрежно спросила Ся Синьян. Подумав немного, громила продолжил, после того, как Ян Кинджи выбросил ребенка, он остался в 4-м демоническом районе еще на 20 лет в окружении 3 демонических королей. К счастью, ему удалось сбежать из этого района, но с ужасными ранениями. Недавно он закончил тренировку в сфере воинственного духа. Он взял одну каплю крови младенца, перед тем, как выкинуть его из демонического района. Он почувствовал через кровавый поиск, что его внук находится в торговом союзе. Вот почему он послал три питательных пилюлю. Он заботится о потомках Ян. Недавно три демонических короля начали готовить какой-то крупномасштабный план, и из-за этого Ян Кинджи слишком занят, чтобы отправиться на поиски лично, сказал другой громила. Да, мы получили сообщение, что один из демонических королей, Сиаханье, с 50 демоническими экспертами направились на бессмертные острова. Меньше чем через месяц они туда прибудут. Он надеется, что вы найдете его внука до этого, почтительно сказал Кулау. Демонический король, Сиаханье, 50 демонических экспертов. Ся Синьян усмехнулась. Похоже, он действительно заботится о своем внуке. Семья Ян долго доминировала в бескрайнем море и нажила себе много врагов. Пока он был в демоническом районе, погибло много потомков семьи Ян с бессмертным боевым духом. Этот ребенок, его прямой внук, естественно, что он будет о нем беспокоиться, сказал один из громил. Кулау, я возьму на себя туманный павильон, а ты отправляйся на поиски Ян Хая. Я не смогу взять эти пилюли, если не найдем его до прибытия демонов. Ты понял? Ся Синьян равнодушно посмотрела на Кулау. Понял, кивнул Кулау. Просто приводи всех людей с именем Ян Хай, я их буду проверять кровавым кристаллом. Так мы его и найдем, сказала Ся Синьян, рассматривая кровавый кристалл. Хорошо, приступлю прямо сейчас. Кулау ушел и горько вздохнул. 5 семей ищут Дин Яна, а я Ян Хая. Как же неспокойно в торговом союзе. Глава 61. Сильнейшие третьего поколения. Торговый союз становился все более оживленным. 5 великих семей искали кого-то с именем Дин Ян. В это же время туманный павильон искал некого Ян Хая. Но павильон не похищал людей, а использовал подкуп. Если вы докажете, что ваше имя Ян Хай, то сможете получить 1000 фиолетовых монет в туманном павильоне. Из-за предстоящего турнира много людей приехало в торговый союз. И хоть действия 5 семей туманного павильона смущали людей, но все же их больше волновал турнир. Все гостиницы и таверны города Тиньян были быстро забиты. Воины и группы наемников прибывали из темного леса, мертвого болота и облачных гор. И зачастую эти воины устраивали потасовки между собой, нередко заканчивающиеся убийством. Будь то день или ночь, на обочинах улиц каждый раз находили новые трупы. Оставалось 3 дня до турнира боевых искусств. Рано утром Цзо Сю, стоя возле окна одного из домов с закрытыми глазами и наслаждался музыкой, из окна послышался голос Цзуши. «Хах, старик, ты пришел? Сколько раз тебе говорить, не называй меня стариком?» — раздался разочарованный голос Цзу Сю. «Я просто привыкла тебя так называть и ничего с этим не поделать», — засмеялась Цзуши. Вдруг Цзу Сю всполошился и побежал приветствовать гостя. «Наконец-то ты здесь», — подумал он. Семья Ши. В центре комнаты стояла старая, морщинистая старуха. Держа в руки кисть, она сделала несколько мазков на бровях Шияна. Шиян внимательно следил за ее действиями. Через
некоторое время старуха опустила руку. Она вплотную приблизилась и уставилась на Шияна. «С каждым моим визитом я изменяла его внешность. Теперь его и мать родная не узнает. Его внешний вид значительно отличается от того, что был месяц назад. Кожа Шияна стала темнее, брови густыми, телосложение казалось покрепче. Даже его характер немного изменился. Теперь он казался менее жестоким. После возвращения из темного леса Шиян значительно подрос. Вдобавок, его качественно загримировали. Нынешний Шиян и тот из темного леса – два разных человека. Шицзян немного поглядел на Шияна, а затем кивнул, вроде хорошо. Шиян поглядел в зеркало, а затем сказал: «Отлично, Хаймым, а разве турнир уже не начался? До него еще 3 дня. Ты можешь расслабиться на эти 3 дня». Шицзян уже собирался уходить, но тут развернулся и со строгим лицом сказал: «Расслабиться – это не значит кутить с кучей девчонок. Думаешь, я не знаю, чем вы с Ханжуном занимались? Хаймпев, не трать энергию на баб, иначе я с тебя шкуру спущу». «Да не ворчи ты», – раздраженно сказал Шиян, – «я просто выпью немного с Ханжуном». «Пойдет?» «Да». «Весенний павильон – это очень известный ресторан в городе Тиньян. Здесь была не только отличная еда, но и пламя – самое популярное вино в торговом союзе. Кроме того, весенний павильон был недалеко от лунного озера. Сидя на открытом 3-м этаже, наслаждаясь вкусной едой, выпивая лучшее вино и любоваться при этом прекрасным видом, что может быть лучше? Если сможете устоять, то вы совершенны. Однако, не каждый может подняться на 3-й этаж. Даже если вы богаты, без соответствующего статуса вас не пустят дальше 2-го этажа. 3-й этаж был в основном для гостей из 5 семей. Ханжун вел Шияна в весенний павильон. Как только они вошли, к ним подошла милая регистраторша и улыбнулась: «Господин Хан, прошу наверх». Ханжун, прищурив глаза, осмотрел девушку. «Сяофинь, а твои штуки стали больше». Он похотливо пялился на ее грудь. «Вы худший гость. Господин Хан, вы всегда на нее смотрите». Девушка улыбнулась. Она указала рукой наверх и сказала: «Там уже сидят молодой господин Линк и молодая госпожа Мо. Господин Хан, вам лучше приготовиться». «Не волнуйся», — улыбаясь, сказал Ханжун и шлепнул ее по заду. Затем он схватил Шияна и потащил его наверх. «Эй!» Парень в темно-синем наряде, сидя на стуле, повернул голову и окликнул Ханжуна: «Я то думал, кто пришел, а это всего лишь собака Семиши». Его место четко выходило на лунное озеро. Там сидело 4 человека, 2 парня и 2 девушки. Одна девушка выглядела высокомерно и отчужденно, это была Моиню. Ее глаза неподвижно смотрели на озеро, казалось, она им глубоко восхищена. «Ох, это черви семьи Мо, как нам не повезло», — покачал головой Ханжун и, перестав обращать внимание, потащил Шияна к хорошему месту. Он крикнул: «Господин Лонг, 4 кувшина пламени и набор блюд. Сейчас подам», — донесся голос со 2-го этажа. В это время Моиню наконец перестала смотреть на озеро и повернулась. Бросив презрительный взгляд на Ханжуна и Шияна, она снова повернула голову, продолжив любоваться озером. Напротив Моиню сидел красивый молодой человек. Он любезно улыбался. Разговаривая с девушкой из семьи Мо, он поглядывал на Моиню, пытаясь привлечь ее внимание. Однако она не обращала внимания. Шаофинь, Яню недавно была наказана отцом и поэтому в плохом настроении. «Не обращайте на это внимание», — сказал Можан и поднял стакан. «Скоро начнется турнир, и мы просто обязаны побаловать себя». «Брат Жан, а когда вы ограничивали себя?» Линк Юйю хитро улыбнулась. «Я слышала, что брат Жан прекрасно ориентируется в квартале удовольствий. Может, поделитесь своими познаниями?» «Кахаем, кахаем, кахаем». Можан подавился вином. «Юйю, я был обманом туда заведен. Вы должны мне верить. Я не виновен. Хе-хе. Кто знает, врете вы или нет». Линк Юй бы все еще улыбалась. «Я недавно получила похвалу от своих сестер. Они сказали, что у моего жениха перед помолвкой со мной уже было 10 любовниц. Ох, только одна мысль о том, что у меня будет столько слуг, делает меня счастливой». «Кахаем, кахаем, кахаем». Выражение лица Можана потемнело. «Кто говорит гадости за моей спиной? Найду, шкуру спущу». «Прекращай, Юйю», — зыркнул на сестру Линк Шаофинь. «Брат Жан ко всем любезно относится. Я доверяю ему». «Еще бы ты не доверял ему», — фыркнула Линк Юйю. «Все знают, что вы ходите туда вдвоем». Услышав это, Моиню повернулась и, нахмурившись, взглянула на Линк Шаофиньга. Было видно, что она очень недовольна, но не стала ничего говорить, а просто вернулась к созерцанию озера. «Дома поговорим». Линк Шаофинь гневно посмотрел на сестру и быстро сменил тему. «Брат Жан, Шитянь Юн достиг 3-го неба сферы зарождения. Он чуть лучше, чем Шитяньке. Я слышал, они много тренировались. На прошлом турнире он не появлялся,
но теперь точно там будет. Даже если ты и выиграл в прошлый раз у Ши Тяньке, в этот раз ты не должен себя опозорить. Не волнуйся, третье поколение семьи Ши – одно посмешище. Усмехнувшись, он холодно посмотрел на Хан Жуна и сказал: «Я просто покалечу любого, кто встанет напротив меня». Да, у брата Жана такой боевой настрой. Линг Шаофинь поднял стакан за брата Жуна. Те четверо, Линг Шаофинь, Линг Юэ Юэ, Мо Жан и Мо Янью, они сильнейшие в третьем поколении семей Мо и Линг. Мо Янью и Линг Шаофинг помолвлены, Мо Жан и Линг Юэ Юэ также помолвлены. Мо Жан и Линг Шаофинг на третьем небе сферы зарождения. Мо Янью немного хуже, на втором небе сферы зарождения. Хан Жун понизил голос: «Но самая опасная среди них – это Линг Юэ Юэ. Мы получили сведения, что она прорвалась в человеческую сферу полгода назад. Она самая сильна в третьем поколении семьи Линг. Семья Линг устроила ей адский курс тренировок и пичкала драгоценными таблетками ради победы над Цзоши. Похоже, у Цзоши будут проблемы». «Не будут». Ши Ян небрежно посмотрел на Линг Юэ Юэ и улыбнулся: «Цзоши намного сильнее, чем кажется». Цзоши получила таблетки драконьей черепахи, базальтовое описание и доспех драконьей черепахи, о которых Хан Жун не знал. С этими вещами у Цзоши будут 9 из 10 шансов на победу. К тому же уровень ее культивации был выше, чем у Линг Юэ Юэ. «О чем ты говоришь, парень?» В этот момент Линг Юэ Юэ встала и усмехнулась: «Ты говоришь, что я не так хороша, как Цзоши. Ты думаешь, я не слышала? Люди из семьи Ши только и могут, что говорить гадости за спиной». Глава 62. Неузнанный Ну, Цзоши по всем показателям превосходит тебя. Ты проиграешь на турнире боевых искусств. Ты обречена. Безразлично сказал Ши Ян. Я обречена? Линг Юэ Юэ пришла в ярости и закричала: «Да кто ты такой? Ты пророк, что ли?» Ши Ян отвернул голову, не желая дальше с ней разговаривать. Мо Жан встал с каменным лицом и подошел к столу Ши Яна. Подойдя, он высокомерно сказал: «Малыш, ты кто? Ты из семьи Ши? Ты хочешь быть избитым до начала турнира?» Лицо Ши Яна стало серьезным, и он тихим голосом спросил Хан Жуна: «Могу я убить его?» Хан Жун вздрогнул в испуге: «Брат Ян, что ты хочешь сделать?» Хан Жун долгое время искал развлечений вместе с Ши Яном, но единственное, что о нем он знал, это то, Ши Ян достиг третьего неба сферы зарождения. Он не знал, как Ши Ян дерется и как реагирует на провокации. То, что Ши Ян хотел убить из-за такого маленького пустяка, испугал Хан Жуна. Он никогда не думал, что такой раздолбай, с которым он постоянно развлекался, будет таким жестоким. Ши Ян уже собирался действовать. «Нет!» — крикнул Хан Жун в ужасе и подумал: «Да вы оба в сфере зарождения. Если ты получишь травму, то глава мне голову оторвет». «Нет, определенно нет». Увидев, что Ши Яна просто так не остановить, он объяснил: «Они – надежда семей Мо и Линь. Если кто-то из них умрет, то их семьи придут мстить, так что остынь. Тогда можно их покалечить». Хан Жун горько улыбнулся: «Брат Ян, пожалуйста, если хочешь им валить, то сделай это на турнире, заодно поможешь отбить шахты, но сейчас не будь импульсивен». «Хорошо». Ши Ян больше не рвался драться, вместо этого он громко сказал: «Чего тебе? Ты кто такой?» Мо Жан не стал бросаться с кулаками, вместо этого высокомерно смотрел на Ши Яна: «Ты обидел мою невесту. Не вини меня за грубость, если не скажешь, кто ты». Видя действия Мо Жана, Линг Юэ Юэ села на свое место и гневно смотрела на Ши Яна. Ее слух был лучше, чем у других, и хоть Ши Ян с Хан Жуном понизили голос, она четко расслышала слова «убить и покалечить». «Да кто этот высокомерный парень?» Линг Юэ Юэ была озадачена. Она решила не действовать, так как не знала, кем был Ши Ян. На носу был турнир, и она предположила, что он был приглашен семьей Ши. «Молодые мастера, пожалуйста, не деритесь в моем весеннем павильоне, пожалуйста». Именно в этот момент поднялся администратор Лонг с компанией девушек. Девушки несли блюда и вино, которые заказал Хан Жун. «Узнаешь на турнире». Ши Ян не стал с ним заморачиваться и махнул девушкам: «Несите сюда мои блюда, я хочу поесть». Девушки были напуганы и не сдвинулись с места. Они умоляюще посмотрели на администратора Лонга, но администратор Лонг лишь зрительно сказал работать. Как только девушки поставили блюда на стол, то сразу же убежали. Ши Ян с равнодушным лицом открыл бутылку вина, налил его в чашку и выпил залпом. После он начал есть, не обращая внимания на стоящего рядом Мо Жана. «Молодой мастер Мо,
Каждый раз, когда вы нас посещаете, я всегда добр к вам. Пожалуйста, не поднимайте шума, хорошо? Администратор Лонг долго кланялся с несчастным лицом. Только ради вас. Можан посмотрел на Шияна и усмехнулся. Парень, тебе лучше подготовиться. Ладно. Шиян налил вина Ханжуну, не поднимая головы, и сказал, давай, старый хан, выпьем. Можан гневно посмотрел на Шияна и пошел на свое место. Эта сцена привлекла внимание Моиню. Она с любопытством осматривала Шияна. Как только Можан вернулся, она снова перевела взгляд на лунное озеро. Топ-топ-топ. На лестнице раздались тяжелые шаги, сопровождаемые голосом Цебейминга. Сяде, Елан, весенний павильон знаменит в Тиньяне. Вы должны попробовать блюда, которые они предлагают. Ну, есть еще вино пламя, оно крепкое, но довольно вкусное. Вы не можете не попробовать его. На третий этаж поднялись Цебейминг, Муиуди и Диелан. Ну, раз вы нахваливаете это вино, то я должна его попробовать, ха-ха. Муиуди, улыбаясь, шагала по третьему этажу в белом платье. Диелан шла позади нее мрачно, погруженная в свои мысли. Шиян, услышав ее голос, немного испугался, но быстро успокоился и продолжил пить с Ханжуном, не поднимая головы. Ханжун был удивлен, увидев Муиуди и Диелан, и боялся, что Шиян опять устроит скандал. Ох, здесь уже кто-то есть? Цебейминг посмотрел на два стола и равнодушно продолжил, и все знакомые. Четверка за столом всполошилась, увидев Цебейминга. Они улыбнулись и кивнули в знак приветствия. Линкша, Афини, Можан тайно посмотрели на Муиуди и Диелан, но потом быстро отвели взгляд. Ханжун также кивнул с улыбкой. «Вы сегодня не заняты, молодой мастерце? Я слышал, что вы редко выходите из дома в последнее время. Ну, две красавицы украсили мой дом, и мне трудно держать их в заперти». Улыбнулся Цебейминг и посмотрел на Шияна, который все еще пьет. Затем он повернулся к Муиуди и сказал, давайте сядем вон туда. Угу. Молодой мастер Це, пожалуйста, проходите, сказал администратор Лонг с улыбкой и крикнул вниз, старый Го, у нас сегодня молодой мастер Це. Быстро приготовь лучшие блюда и вино. Ха-ха. Разумеется. Громкий смех донесся снизу. Цебейминг улыбнулся и сказал, администратор Лонг, незачем так суетиться, для обслуживания есть другие люди. Ну, я хотя бы лично для вас приготовлю пару блюд. Однако я давно не готовил, так что прошу прощения, еле они будут невкусны, как другие. Почту за честь, засмеялся Цебейминг, я уверен, что ваши блюда будут ничем не хуже других. Я польщен. Тогда я иду вниз, кивнул администратор Лонг. Конечно, администратор Лонг быстро спустился. Я ухожу. Моиню внезапно встала. Линкша, Афини, Можан удивленно переглянулись, и вместе с Линкью и Юэ встали. Трое поспешили за Моиню. Перед тем, как уйти, Можан улыбнулся Цебеймингу. Братце, мы уходим первыми, не торопитесь. Да, берегите себя, небрежно сказал Цебейминг и продолжил болтать с Муиуди. Все четверо ушли. Шияна раздражала болтовня Цебейминга и Муиуди. Он сказал Ханжуну, старый хан, я больше не хочу. А ты тоже? Ханжун знал, что настроение Шияна испортилось. Он встал и улыбнулся, молодой мастер Це, мы также уходим. Хорошо. Цебейминг также небрежно сказал, пошли. Ханжун схватил Шияна и потащил к лестнице. Перед тем, как спуститься, Шиян обернулся и холодно посмотрел на Муиуди и Диелан. Цебейминг и Муиуди не почувствовали взгляда Шияна. Только Диелан подняла голову и увидела знакомый холод в его взгляде. Диелан была ошарашена, но затем покачала головой и подумала. Я совсем отупела, как этот парень может быть им? Кроме глаз, они ничем не похожи. Это два разных человека. Что со мной случилось? Глава 63. Турнир боевых искусств в город Тиньян. Каменная площадь Бога. Каменная площадь Бога располагалась на небольшом холме. Этим холмом был метеорит в форме бриллианта. Хоть большая часть метеорита зарыта под землей, видимая часть была в высоту около 100 метров. В легендах говорится, что этот метеорит упал несколько тысяч лет назад, когда здесь была одна пустошь. После падения метеорит сиял каждую ночь с серебристым светом, но свет стал постепенно угасать, и через 10 лет он ничем не отличался от обычной скалы. Народ торгового союза стал почитать этот метеорит как божественный камень и основал вокруг него город Тиньян. Прошло много лет, и Тиньян стал столицей торгового союза. Однако, даже после того,
как метеорит перестал сиять, люди продолжили почитать его, и каменная площадь Бога была специально для этого построена. Влюбленные приходили на каменную площадь Бога и давали друг другу клятву вечной любви, считая, что Бог будет свидетелем их клятвы. Турниры боевых искусств также проводились на этой площади. В этот день каменная площадь Бога была полностью забита людьми. Вне площади огромное количество продавцов торговали предметами, связанными с культивацией. На каменной площади Бога в северной части располагалось 16 арен для боев, площадью в 100 метров каждая. Они были сделаны из зеленого железа. Это железо не мог разломать даже воин человеческой сферы. Вокруг 16 арен стояло 5 высоких каменных башен. Одна из башен была высотой 50 метров, а другие 40. Башни стояли на расстоянии 100 метров друг от друга. В башнях располагались люди 5 семей и смотрели на арены. На вершине одной из башен стоял Шиян, рядом с Шицзянем, и смотрел на собравшуюся толпу внизу. Эта башня принадлежала семье Ши и была в высоту 40 метров. Остальные башни были собственностью других 4 семей. Башни, принадлежащие семьям Цзо, Мойлинг, также были 40-метровыми. 50-метровая башня принадлежала семье Бейминг. По одним только башням можно было понять, что семья Бейминг имела огромное влияние в торговом союзе. Это был первый день турнира боевых искусств. Первые потомки семьи Ши, Шицзян, Цити и Шидань уже давно были в башне. Братья Хан, Ханфин и Ханжун, также находились в башне. В ней также было несколько человек, которых Шиян не знал. Ханжун сказал, что это верные люди семьи Ши. Они обычно работают вне города, но сегодня их позвали ради турнира. Однако, Ян Хая не было в башне, потому что он не изучал боевых искусств. Когда все заняты турниром, он временно управлял семьей. Турнир боевых искусств делится на 5 категорий. Начальная, зарождение, человек, бедствие и земля. Однако в категории земли участвуют лишь подставные лица. 5 крупных семей почти ничем не привлекали воинов, самостоятельно достигнувших сферы земли. В Союзе и двух империях такие воины считались мастерами. Этим воинам даже не нужно было принимать участие в турнире, их примут везде. Даже если воины сферы земли не захотят присоединяться к кому-нибудь, многие семьи постараются им услужить. Именно из-за этого на турнире категории земли не участвуют воины сферы земли. Даже немногие воины сферы бедствия участвуют в турнире. Так что в действительности, этот турнир для воинов начальной, зарождения и человеческой сфер. Воинов этих трех сфер, не имеющих своего пути культивации, культивирование, множество. Они участвуют в турнире ради драгоценных материалов для культивирования или хорошего местечка внутри влиятельной семьи. Турнир боевых искусств длится 5 дней. Первые 4 дня участвуют воины, пришедшие за призами. На протяжении этих 4 дней за ними наблюдают 5 семей и выбирают, кого пригласить или просто награждают победителя. Последний день был изюминкой турнира. На 5-й день сражались лучшие воины 5 семей. В этот день семьи не только показывали свою силу, но и решали конфликты, наряду с коммерческими вопросами. Шахты, торговые точки, сокровища и даже боевые навыки были ставками между семьями. Всего лишь один день турнира боевых искусств мог возвысить семью или же кинуть ее в небытие. Такой день будут еще долго обсуждать. В этот день мастера разных семей раскрывают свою силу и показывают редких духов, а также редкие сокровища появляются в качестве ставок. Большинство воинов, приехавших извне, также ждали последнего дня турнира. Наблюдая за боями, они могли понять, в чем различие между ними и воинами 5 семей. После наблюдения за ожесточенными боями, воины делали выводы, которые помогали им улучшить свое мастерство. Именно поэтому столько людей приезжало на турнир. Шиян стоял на вершине башни и спокойно поглядывал на воинов внизу. В 200 метрах от него располагалась башня Бейминг. На ее вершине стоял Цэ Бейминг с двумя красавицами. Это были Му Юде и Диелан. Они обе смотрели на арены. Му Юде была одета в белое платье, а ее волосы развивались на ветру. Диелан была одета в те же малиновые доспехи, подчеркивающие ее горячее тело. В ее глазах читалось беспокойство. Шиян тайно посмотрел на девушек и презрительно улыбнулся. «Парень, эти 4 дня ты должен внимательно наблюдать за боями. Тебе катастрофически не хватает боевого опыта. Ты должен чему-нибудь научиться за это время», — сказал Шицзян. Он заметил, как Шиян смотрел на двух девушек в башне Бейминг и фыркнул. «Женщины есть везде, но с твоими силёнком почти никто не захочет быть с тобой. Не стоит на них отвлекаться, пока не станешь сильнее». «Да, я знаю», — кивнул Шиян. «Брат,
Кро из туманного павильона хочет с тобой поговорить», — крикнул Шите, стоявший возле лестницы. «Кро?» — удивился Шицзян. Он задумался на секунду, а затем кивнул: «Пригласи его». «Дедушка, какова ситуация с туманным павильоном?» — тихо спросил Шиян. Шицзян сказал: «Тебя это сейчас не должно волновать и не упоминай больше об этом». «Хорошо». Шиян знал, что всю ситуацию разведывает Цзусю. Однако, его смущало то, что ни один член семьи Ши в этом не участвует. Кро поднялся и с улыбкой сказал Шицзяню: «Глава семьи Ши, я пришел сюда, чтобы попросить кое-что. Я хочу пригласить вашего сына Янхая в туманный павильон». «Янхай?» — лицо Шицзяня потемнело, и он фыркнул. «Туманный павильон везде ищет какого-то Янхая. Зачем он вам?» «Одна моя подруга прибыла сюда для поиска младенца по имени Янхай, утерянного давным-давно ее родственникам. Они попросили поискать ее в этой округе. Именно поэтому я спросил у вас, мастер Ши». Сердце Шицзяня ёкнуло, но он не изменил выражение лица. Подумав немного, он покачал головой: «Янхая нет в Тиньяне. Так как много людей прибыло на соревнования, он занят делами в другом городе. Мы поговорим в другое время». «Конечно, до тех пор, пока вы помните», — улыбнулся Кро. «Когда он вернется, пожалуйста, пусть посетит туманный павильон». «Хорошо», — кивнул Шицзян. «Тогда я ухожу». Кро сразу же ушел. Из башни Бейминг доносилась успокаивающая мелодия. Эта мелодия была слышна в каждом уголке каменной площади бога. Муюди сидела, скрестив ноги, в башне Бейминг и играла на цитре. Многих воинов, пришедших на турнир, очаровала эта музыка, и они с блаженством смотрели на башню семьи Бейминг. Возле Муюди стоял Цбейминг с гордо поднятой головой. В уголках его губ была видна легкая улыбка презрения ко всему живому. Он упивался этими восхищенными и завистливыми взглядами. Музыка Муюиде впадала в души воинов. Они будто были загипнотизированы. В этот момент Шань Бейминг вылетел из башни и стал парить над площадью, словно спустившийся бог. Он крикнул: «Турнир боевых искусств официально начался. Небесная ходьба. Воин сферы неба». Многие воины закричали в унисон. Глава 64. Король медицины Мусюн на боевых аренах. Десятки воинов боролись друг с другом. Пучки света причудливых форм то и дело вспыхивали на аренах. Участники демонстрировали боевые навыки, которые поражали даже людей из пяти кланов. Пэпэ решил поменять семьи на кланы в башне клана Ши. Шиян наблюдал за воинами внизу. Шицзян стоял рядом с ним и объяснял. Если Шиян кем-то заинтересовался, Шицзян рассказывал о силе двух сторон, о их мастерстве, стратегии, а также говорил о лучшем способе выиграть этот бой. Шите также стоял рядом с ними и рассказывал о навыках воинов, их преимуществах и недостатках. Шите и Шицзян говорили почти что без умолку. Шиян и Шитяньсиа стояли на другой стороне башни. Так как Шитяньсиа тоже участвует, Шиян рассказывал ему все о сражающихся воинах. В башне также находились мастера из отделений клана в других городах, и их смущала одна вещь. Шицзян в подробностях рассказывает все Шияну. «Старый Финь, кто этот парень? Почему глава так возится с ним?» Кулонг не выдержал и спросил Хан Финя, стоящего рядом с ним. Кулонг был одним из мастеров клана Ши. Он находился в другом городе и не знал последних новостей о Шияне. «Это молодой мастер Ян, сын Янхая и мисс Цинь. Тот, кто постоянно где-то пропадал и изучал древние реликвии», — равнодушно сказал Хан Финь. «Невозможно». Кулонг в удивлении заговорил: «Молодой мастер Ян не изучал боевых искусств, так ведь? Насколько я знаю, его привлекали только старинные вещи. Зачем главе так носиться с ним?» Молодой мастер Ян круто изменился. Хан Финь сузил глаза и небрежно сказал: «Ты лучше постарайся. Если молодой мастер Ян попросит тебя о чем-то, это в твоих же интересах». Хан Финь не стал больше ничего говорить. Кулонг молча кивнул. Он все еще был в замешательстве, но понял, что у Шияна теперь особый статус, и решил, что в будущем стоит подлизаться к нему. Было еще несколько воинов, обсуждающих Шияна. Им было интересно, кто этот неизвестный парень, с которым так возится глава клана. Вскоре Шиян стал известен всем. Раньше им никто не интересовался, но теперь он был в центре внимания. «Дедушка, Сяян действительно стал воином и добрался до третьего неба сферы зарождения?» Наблюдая за Шицзянем и Шияном, Шитяньке спросил Шите. Шите кивнул: «Это правда, Шиян действительно добрался до третьего неба сферы зарождения. Он может участвовать в этом году на турнире». Шите в последнее время полностью сосредоточился на своих трех внуках. Он знал ли